Друзья, всем привет. Так, сейчас вот так. Не могу на себя смотреть. О, зеркально. А, это вот почему-то зеркально здесь, да. Слушай, пока дай-ка, давай вот туда поставим. Ставь его. Поближе сюда его. Сейчас, друзья, начинаем эфир. Пока ставьте лайки. Пишите поздравлялки. Технические. Сейчас вот это вот. А, зеркально, да. Да, тут. И мне нет, да, кадры. Ура, мне нет. Да, ты есть. Все в кадре. Ага, я буду. Софа почти нет. Зачем? А может, все надо сесть сюда? Ну и хорошо же. Так, друзья, в общем, давайте так. Я не знаю, меня слышно сейчас нет, но мы сейчас начнем. Я предлагаю начать срезание торта. Руки убери, пожалуйста, женщина. Мы сейчас начнем срезание торта, а потом уже будем нормальный эфир вести. Детей отпустим, жену оставим. Нет, поставим. Жена тоже уйдет. Ну, поставим здесь. Кто вдруг не знает, что произошло, подождите, сейчас разрежем торт, начнем его есть, и вам все расскажем. Что произошло у нас, почему сегодня тортик здесь. Классный торт, кстати. Сейчас, друзья, сейчас. У вас, надеюсь... Ай, папа! Что, мой хороший? Эту хочешь? Цифра 2. Два года. Вот такая красота. А вот кому? Сейчас скажем. Все знают. Все знают, кто пришел на эфир. Че уж там. А вдруг кто-то новенький? Вот как похудеть? Вот скажите мне, как похудеть? Да. Я начал худеть. Это правильное питание. Когда? В ноябре я начал худеть, где-то в первых числах ноября я начал худеть. С тех пор 10 килограмм скинул, и все. Как вот похудеть? Никак. Алло. Так, давайте. Я аккуратно тут шпалькой. Ай, упала. Держи. Ему красоту скинь заодно. Зачем фотокую, папа? Красиво. Красота же. Такие. Отдай мне. А я хочу фотокую. Сейчас отдам. Давай. Тебе вот эту отдадим. На. Мячик. Ха, вот это. А мячик еще положи. Пусть лежит. Ну, в общем, так вот. Ну, он же мячик, он катится. Прикатился. Это мне. Так, теперь вот так тортик поставь красиво. Его все равно видно не будет. Спасибо. А ты съел уже? А давай пока поставим, потом вечером съешь, хорошо? Давай пока возьмем. Папина любимая ложка. Ну, за ваше здоровье. Эх, не пью я 21-й год. А у меня чай есть. А у них нет, ха-ха-ха. Я о себе только позабочусь. Я уже 5 часов. Возвращай на место. Ноутбук. Чай убери туда или держи в руках. Ну просто тут сейчас и микрофона же нет, и сейчас эхо идет, и все остальное. Кстати, эхо нету. Так, чтобы тебя было видно. Вот, чтобы тебя было видно, надо сделать вот так вот. О, даже тортик не будет. Так, если я буду вот так, ты иди сюда, ближе-то садись как-нибудь. Я не знаю, тут через плитку-то ты как будешь сидеть. Нормально, у нас сейчас. Так, напишите, друзья. Как вам? Эхо сильно большое, не сильно большое. Как моя кухня? Двоечка видна. Все. А я вот говорил, чтобы все приходили вовремя. Помните, да? Я говорил, вовремя. Вот на тортик успели только вот самые молодцы. Успели. Да. А вот мне телефон нужен был, знаешь, для чего? Для чего тебе телефон? Поставить лайк. Вот я ему не поставила лайк, потому что у меня нету телефона. А нас вообще слышно, нет? Скажите. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, всем слышно, я правильно понимаю? Просто я сейчас даже не проверил. Кухня супер. А, ты себя не похвалишь? Да? Ну, правильно. Я посмотрю. Ну, почти видно, сын. Так, давай, покажись. На, вот так, покажи. Сейчас. Лицо. Молодец, сел. Вот. Молодчина. Вот, лайки как не поставить? Так, все, дети отдельно, родители отдельно. Так, друзья, смотрите, кто вдруг не в курсе вообще, что на такой бардак вы попали, ну вдруг не в курсе, да? Хотя вечером, четыре минуты, правда, эфира уже как-то, если вы выдержали, значит, как-то вот, ну, наверное, знаете. Но это больше для тех, кто в записи увидит. Друзья, сегодня ровно 2 года, как мы приобрели этот дом, мы отдали денежку. Ну, еще он до нас еще не переоформлен, но мы уже денежку за него отдали. 1 февраля 2022 года мы купили дом в Крыму. Я пока вот не буду отвечать, не буду вам говорить. То есть я всем говорю здрасте однозначно, все ваше. Я прочитаю обязательно после того, как я вот сейчас просто выдам вам вот все, что я хотел сказать.
Я, правда, не могу на них знать, они жрут. Тортик, блин, вот это сидят и жрут. Знаешь, как это так тяжело вот вообще разговаривать, а вот сидят и жрут. Ну, ты чего? Да у меня-то вот стоит тортик, я поесть хочу. Я, ну, ладно, ты нормально привык, а я не могу на себя зеркально смотреть. Ну, да, я тоже смотрю. Непривычно я для себя книги. Меня голодом морили просто. Зазеркальный. Целых два часа. Морили голодом. И полчаса, даже час почти здесь стоял тортик. Ну, вы, кто с телеграм-канала, вы знаете, вы видели тортик здесь на столе. Вы увидели за 20 минут или 30 минут. Он здесь уже больше часа был дома. Вкусный тортик. Так вот, смотрите, какая штука. Хочу, что-то вообще настроения нет. Я хотел вам такую сейчас лекцию задвинуть, что вот как мы переезжали, как мы вот это все делали, все мечты. Я думаю, мы это все, скажем, сейчас детей выгоним, они сейчас доедят все. Потому что вы меня вообще сбиваете. Вы меня сбиваете вообще по-черному. Идите в комнате, вам разрешено сегодня. Реально, вот вы меня сбиваете, дети. Вы в эфире были? Так, ребенка возьми, чтобы она не перевернула. Он даже. Да. Забирай. Потом на забирай. Все. Все сейчас. Вот. Все, шуршите. Вот. А просто ну, тяжело, реально тяжело, потому что как-то когда вот перед тобой едят, а сейчас еще жена начнет есть. Это вообще я уже поел. Слушай, ты больше всех съел. Я был, у меня с моей Харри, ты чего, у меня 95 килограмм все-таки. Да. Кстати, когда я начинал худеть, у меня было 105. Так что все хорошо. Я начал худеть из-за того, что я в камеру, прям в кадр не помещался. Я как себя увидел, как то, что я в кадр не помещаюсь. Я на улицу. Все. Реально думаю, надо худеть. О, слушай, ага, чего? Я увидела некрасивое. Чего-то некрасивое. Чего-то такое некрасивое. Цветок некрасивый. Ага, да и фигня это все. Но, нет, ты так не сядешь. Нет? Так ты не сядешь, точно. Не сядешь. Ну да, ну бывает. Ты не хочу так некрасиво. Ты от этого повернёшь, там, если его повернуть. Нет, не надо, не поворачивай. Он так растет, его нельзя перекручивать. Пофиг. Тебе? Он с этим уже, он растет в этом уже сколько лет? 5, наверное, да? В этом горшке. В горшке-то это. Да он еще всю жизнь. В общем, этому горшку очень много лет. Поэтому пусть растет. Мы уже с тобой женаты 7 лет, он уже был большой. Ужас какой. 7 или 6. 6.5. Итак, друзья, смотрите. Ладно, все, давайте. У меня настроенки нет. Давайте я буду читать ваши все это здравствуйте, а потом буду отвечать на ваши вопросы. И у меня появится вдруг настроение. Я жрать, конечно, хочу. Так, Настасья, здравствуйте. Приятно, спасибо огромное. Андрей, добрый вечер. Всем ура! 2 года. Ура, ура! Спасибо огромное. Василий, добрый вечер и приятного. Спасибо, Влад, приятного аппетита. Константин, поздравляю, желаю ваш ролик увидеть на десятилетие. На десятилетие переезда. Через 8 лет? Только не в этом доме. Дома надо иногда менять. Но нет эхо. Ну, правильно. Вы бы видели, что здесь натворю, чтобы не было эхо. Потому что у нас же здесь ничего нет, еще гарнитуры нет, ничего нет. Еще мы вот сегодня только жена приехала сейчас из магазинов, там всякие краны привезла, потому что мы не ставили гарнитур, потому что у нас там еще по полу нет этих, как это называют, плинтусов, а здесь плинтус тяжело ставить, потому что вот так вот все. Вот она сейчас привезла, завтра, может быть, будем собирать. Хотя нет, завтра я уеду. А на просмотр, хе-е. Да, на просмотр уезжаем. У меня целый день забит. Вот, а в субботу ты уезжаешь. И тоже хорошо. Подожди, еще не знаю. Чего, так у тебя в любом случае ребенок. Так, кухня супер. Классно, спасибо. Это еще мы еще не закончили, но по крайней мере, здесь сделали. Здесь полы, здесь все, но бетоном только не заливали. Французская алкашка переросла в колумбийский кофе. Да, в Никарагуа. Колумбия. Там Никарагуа, Колумбия. Good morning. Вот, Колумбия. Бразил вам написано. Органика. Блин, как хреново-то, когда у тебя зеркально перевернут. Так, Татьяна, Ярослав, Наиля, привет вам, горячий, привет. Сергей, ждал в телеге сообщения, не дождался сюда. Как это в телеге? В телеге, да, куча сообщений. Там у меня было 30 минут, 20 минут, 5 минут. Какого сообщения? А личного, может, сообщения? 5 минут, полет нормальный. Классные обои, когда только успеваете все делать. Вот это было ужасно. Это вот. Я ненавижу обои. Я его разговаривала очень долго. Слышно. Симферополь тоже слышно от души. Поздравляю. Спасибо огромное, Александр. А Андрей, это Лора С.
все понятно, да. Все. Добрый вечер, сердечно так, Елена, добрый вечер, сердечно поздравляю с прекрасной датой. Будьте такими же дружелюбными, позитивными за сбытие меч. Константин, вы большие молодцы, поделитесь чуть-чуть. Делюсь. Итак, друзья, спасибо всем огромное. Смотрите, я больше чем уверен, что к нам сейчас вот целых 58 человек пришли, это наши друзья, правда, которые лайки не хотят ставить. Ну, вы знаете, я очень люблю лайки. Поставьте лайки, я очень люблю лайки. Вот сразу, сейчас двое отвалились. Софа, лайки. Ну, прекрати, а. Пусть сидят спокойно. Ну вот. Пусть спокойно. Зачем тут орешь, а? Мало того, ты здесь? Ничего, иди свободно, все, иди гуляй, не зови детей. Иди. Так вот, кстати, по поводу эхо, чтобы вы просто понимали, да? Я перед самым эфиром, буквально за одну минуту до эфира... Он такой, что же вы натворили? То, что здесь реально, и до сих пор осталось еще эхо, но я... Стал... Мы же привыкли, я сейчас уже не слышу. Я притащил, нет, а сейчас еще, наверное, ноут сжирает, потому что все-таки, ну, маки, они умные. Я притащил сюда вешалку. За ним растает вешалка, которая, ну, теоретически должна гасить звук. Которая выполняет у нас шкафы для всего. Так. Вот, для всего. Татьяна, здравствуйте, молодцы. Поздравляю всех вас с двухлетним новосельем. Кухня класс, молодцы. Так держать вопрос, почему, показывая дома с участками, вы не говорите, какая площадь дома участка. Честно, не до этого. Объясню, почему. Давайте объясню, почему. Давайте, вот, прям, Татьяна, вам отвечу. Как и всем абсолютно. У меня частенько такой вопрос есть. Я на него отвечаю каждый раз, но меня, видать, не слышат. Друзья, я не совсем блогер. Тем более, вы не хотите меня воспринимать как блогера. Меня захотело всего несколько человек, так восприняли. Вот те, которые меня поддержали вот здесь, вот показываю. Вот это это мое признание блогерства. Оно остановилось как несколько дней назад. Ну, кстати, дайте вот так. Сейчас, поделиться как-то. Как правильно? Никак, не хочет он. Ну, в общем, вот так вот. Если вдруг кто-то сейчас смотрит мне с телефона, можете навести сейчас QR-код. И, кстати, вообще не надо этого ерундой маяться. Там, если вдруг кто-то хочет подтвердить меня как блогера и помочь нам, помните, у меня же, я же там объявил сбор по поводу микрофона, чтобы у нас была с вами микрофонная система за 35 тысяч. Хотите поучаствовать и мне сказать, что я блогер? В описании к любому моему ролику и к этому эфиру, кстати, тоже там в самом конце есть такая строчечка. Вот, можете туда зайти, кликнуть и денежку отправить. Не стесняюсь этого, я сборы не делаю, но просто реально, отвечая к Татьяне, я не блогер. Я все публикую, я никогда не снимаю ради съемок. И у меня нет ни одного дома, который бы я снял специально для вас. Специально, ну да, не обижайтесь, специально для моих зрителей, ни разу. Все видео, которые вы видите у меня на канале, на всех каналах, то, что и Рутуб, и Ютуб, и Дзен, и сейчас нам, и еще там чего-то, и ВК-видео, и так далее, везде видео ставится то, которое смотрят, я их снимаю для моих заказчиков. А с заказчиками, вот у меня тут очень много сейчас заказчиков, не дадут мне соврать. С заказчиками, перед тем, как они видят это видео, мы с ним сначала много разговариваем. То есть сначала я, вот перед тем, как я им даю посмотреть, сначала я все объясняю, рассказываю и так далее, и так далее. Плюс у нас есть таблица, где все так технические характеристики дома, участка, там кадастровые номера, там телефон владельцев. Ну, все, там мои заметки, их заметки, все. То есть мы, то есть кто смотрит это видео, мы знаем, что там. Нам не надо озвучивать. То есть, ну, это будет, ну, немножко ненормально мне озвучивать в поле, сколько площадь дома, какой участок, сколько соток и так далее, и так далее, и так далее. Потому что мы это знаем все. Вот, с заказчиком. Потому что видео снимается для заказчика. Вам показывать. Сейчас на меня некоторые обидят. А что ты показываешь-то? Ну, во-первых, я показываю, чтобы у вас была насмотренность. Это самое главное, для чего сделается это. Привлечение вашего внимания, уж давайте по-честному говорить, потому что, чтобы вы пришли ко мне на канал, чтобы вы стали моими заказчиками, и самое главное, чтобы вы поняли, что мечты... О, Андрею огромное спасибо Андрею, дизайнеру, который это сделал. Не могу ему... Обещал, Андрей, пока, если вдруг смотришь, обещал, пока вот я просто пообещал отправить вот комплект таких футболок, может, даже где-нибудь там распишусь снизу. Ну, если... Нет, портить не буду. Не надо. Просто отправлю ему из Крыма вот эти... Твои Но сделано все видео, публикуются для того, чтобы вы поверили, что мечты могут сбываться. Вы сейчас пришли на эфир с той же самой, я надеюсь, ну, помимо того, что нас поздравить, вы же понимаете, да, что кто за нами следит давно, знает, с чего это началось. Кто недавно следит, сейчас я расскажу, с чего все начиналось.
Так вот, Татьяна, давайте я закончу отвечать на ваш вопрос. Почему я не говорю? Потому что все снимается для заказчика, для вас, для моих зрителей. Я публикую бесплатно, бесплатно все эти материалы. Публикую очень огромным количеством. Меня пытаются копировать в Крыму очень много кто. Реально очень много. Даже манеру моей съемки уже копируют. Копируют мой разговор. Я уже даже как-то встречал, что дословно, я так понял, что они прям конспектируют меня. Либо меня просто насмотрелись очень много и прям вот моими словами начали говорить. Но люди немножко недопонимают, что меня скопировать очень тяжело, потому что во мне одном, в одном человеке, лайки поставьте, на 58 человек, 41 лайк поставь, вот ты не поставил лайк. Во мне в одном человеке, поставь лайк, говорю, поставь, у нас тут юбилей. Всем поставьте. Одному конкретно. Вот. Поставьте, не поставил. Вот вы один, не поставили лайк, так поставьте. Так вот, зритель же, он. Вы поставьте, нет, дорогой зритель. Вот, видишь, дорогой зритель, правильно, видишь? Поставьте мне лайк. У меня три семестра было современный всего русский язык. Три курса. Так вот, друзья. Чего, о чем? Вот ты меня вот опять сбил. А вот тут женщина, вот тут, ё-моё, вот тут так всегда. Вот. Так, да, кстати, то, что мы переехали в Крым, это ее абсолютная вина. А теперь давайте, Татьяна, я ответил на ваш вопрос. На все остальные вопросы отвечу позже. Обязательно на каждый, как всегда, отвечу на каждый вопрос. А теперь давайте я расскажу вам. Один я сама отвечу. 16 минут эфира прошло. И я вам, давайте сейчас начну с того, с чего все начиналось. Я же сказал, что виновата во всем она, и действительно так. Август, первое. Мы не знаем, когда это произошло, честно. Первый или третьего. Ну, где-то между первым и третьим августа 2021 года. Мы уже так плюнули, решили, что это будет 1 августа. Потому что 5 августа мы уже об этом объявили. У меня же вышел ролик на канале про это. Я сижу дома, как-то работаю в очередной раз. У нас в жизни абсолютно, в жизни всегда у нас всегда все хорошо, а вот по бизнесу, с деньгами настолько большая жопа была, я не постесняюсь этого слова при маленьких детях, которые у меня на эфире, да, вы же все маленькие дети, правильно, вы же все 18 минус. Вот, у нас было настолько, нам было хреново с деньгами, например, без них, что, когда мне пишут, Ярослав, нам не на что ехать в Крым, мы как же мы будем мечтать, так вот тогда у нас где-то в минусах было около 10 лям. Минусов, причем таких жестких минусов, которые большая часть это были заемные средства, часть мы просто своих денег инвестировали в бизнес. Мы тогда занимались сельхозбизнесом. После этого я никому абсолютно никогда не рекомендую заниматься сельхозбизнесом. У нас был он прибыльный, очень сильно прибыльный. У нас рентабельность доходила до 100%. Это охренеть сколько по сельхозбизнесу. Но тем не менее нам ничего не хватало, потому что очень большие риски. И вот мы подходим к августу 2021 года. У меня 6 августа я буду признан официально банкротом, потому что у меня это тянулось с февраля. Ну, в общем, вот сколько там, 4-5 месяцев у меня шло вот это дело по банкротству. Личному, не без юридического лица, просто как физическое лицо, я прошел банкротство. Да, я не стесняюсь этого сказать. Не горжусь этим ни в коем случае. Я даже сказал бы наоборот. Если у вас есть возможность этого не делать, не делайте. Вот, жену мы банкротить не стали, а долги у нас были так, все наши долги были примерно пополам разделены. Потому что половину моих кредитов было, и половину вешали на жену. Ей хорошо давали, у них хорошая кредитная история и так далее. Вот мои мы списали. Получилось, просто со мной было проще, на мне ничего не было, и мы их списали. На ней там дофига всего было. Поэтому эти хвосты, там пару миллионов у нас до сих пор, кстати, остались. Еще мы их сейчас закрываем. Просто мы решили, так, кредитные, мы их просто спокойно платим. Так вот, просто и платим. Вот. И 1 августа я просто сижу за компьютером, работаю, к жене поворачиваюсь, говорю, слушай, а давай в Крым переедем, блядь. Я почему говорю, она виновата? Вот во всем виновата она. Давайте едем в Крым жить. Да. Она берет и говорит, понимаете, вот нормальная женщина, такой ситуации. У нас ребенку 2 года. Сейчас вот будет 13 августа. Вот будет 2 года всего лишь. Маленький ребенок недавно родился. У нас на двоих вообще-то 5 детей. И у нее, и у меня это 3-й ребенок. То есть, вот все понимать, да, надо. Дочке сколько было 2 года назад? Было 11 лет. Вот. Меньше. 11. Да, нет, 2,5 года назад. Ей вообще было 10 лет. Ей 11 в сентябре исполнился. Дочке 10 лет. Мы живем в деревне. Это 40 километров от Казани. Нормальная женщина должна сказать, что дурак, что ли? Какой, куда поехать? Ты на что? Иди нахрен, блин. Давай деньги, иди зарабатывай, мужик. А тогда поехали. Тогда все бросим.
Ну, у меня были розовые мечты, потому что я о людях всегда думаю хорошо. Реально всегда думаю хорошо. Вот. И я думал, что мы сможем продать наш бизнес, прям бизнесом, потому что у нас, ну, кто вдруг, кто не знает, кстати, можете пройти внутрь этот канал, YouTube-канала, посмотреть, там много очень информации. Вот, мы занимались полностью, давайте я кратенько расскажу, чем мы занимались, вот кратко очень. То есть мы занимались, у нас было, это ЛПХ Фроловых, в YouTube, везде, в Google, в Яндексе он находится до сих пор, прям ЛПХ Фроловых. Поэтому в личном подсобном хозяйстве я разбираюсь очень хорошо, в животноводстве я разбираюсь очень хорошо, в птицеводстве чуть похуже, но тоже хорошо разбираюсь. Причем при условии, что в 2014 году я ни хрена вообще не знал, я не знал, откуда появляются у курицы яйца, реально. Я себе на 40 лет, в 2014 году, в конце ноября, подарил первых 11 несушек, или 13, или 11, и первый инкубатор. Потом мы начали в 2021 году, когда мы все это заканчивали, килограмм нашей курятины стоил, килограмм курятины, при условии, что тушка была около 3 килограмм, 3-3,5 килограмм, 2,8, 3-3,5, килограмм нашей курятины стоил 600 рублей. На излете 660, ну давай пугать не будем, 600 рублей. И в каждую развозку, у нас было 2 развозки в неделю по Казани, мы привозили прямо до квартиры, до коттеджа, мы развозили от 10 до 25 кур. Это только курятина. Я развозила. Плюс мы занимались чем? Плюс мы занимались тем, что у нас было 20 с лишним коз дойных. У нас было, у нас кроликов доходило до 20, ну кто сейчас понимает, до 20 кроликоматок. То есть там 400-600 кроликов было. Ну, про кур я уже говорил, там до хрена было. И плюс у нас было 3 айширки, причем настоящих айширки, прям вот настоящих-настоящих. Вот. Самая дешевая по тем временам, купленная в каком там, 19-20 году. 18-м. 18-м. Нет, не 18-м. В 18-м году самая дешевая, мы ее брали метелью, то есть не рожавшая корова еще. Она стоила 145 тысяч. По тем нет, деньгам. 156. Нет, нет, 145. 145 дешевая. Это маленькая была корова. Да. Да. Ну, в общем, там было так и до там, 180-190 тысяч. По тем деньгам это огромный бак. Сейчас просто в 2 раза умножаете. А может, это стоимость метели. Метели. Еще неизвестно, как она родит. То есть, все, то есть да, она оплодотворенная, но вот еще неизвестно, как родит, сдохнет, не сдохнет. Я умудрился с первой же девятки, которую первую корову мы взяли. Я ни разу в жизни не доил до этого коров. И вообще ни разу в жизни с коровами не общался. Мы купили корову, привезли ее, все, я ее выгрузил, вот, поставил в коровник. Все очень интересно. На канале, кстати, есть это все. Вот. И я умудрился с первотелки, опять-таки, кто разбирается, я с первотелки умудрился получать 31 литр, 31-32 литра молока в сутки. При 3-разовой дойке, правда. Вот. Кормление было на нас, содержание на нас, ветеринарии. Я ветеринаров не подпускал туда никаких, я сам все делал, потому что я отучился потом еще на животновода 5-го разряда. А потом молоко я доил, вообще всей скотиной занимался я, то есть доил их я. А жена умеет доить все, потому что когда я там уезжал или болел, работал. Сколько раз ты уехал за последний год? Да, короче, у него было много отпусков. Но ненавидел ни разу, это дело. Ни разу, честно говоря. Там да, один или два раза что-то я куда-то отлучился. В общем, ну она умеет доить. Потом я для коз построил еще и доильный этот станок, когда начал. Это же под ноябрь, да? 21-го года, когда первый раз в Крым поехал. Вот. То есть... Ну и так далее. Я к чему это все говорю? То есть у нас была еще полностью вся технология производства. То есть помимо дойки мы не просто молоко продавали. У нас мы делали сыры козьи, мы делали сыры коровьи, нескольких видов и тех, и других. Мы делали кефиры. Камамбер. Он умеет делать козий камамбер. Причем козий не тот, который вы в магазине покупаете, где козий молока 10%, остальное коровье. У нас был 100% либо просто молоко. А вот, там, ну, в общем, мы делали все. У нас топленое козье масло стоило дороже красной икры. Весу. Мишка меню пишет что-то у себя в чате. Так вот, мы это все, то есть вот это все, представляете, там, ну, технологически, мы были первыми, то есть имеется в виду, действительно, мы были номер один на рынке Казани. Среди ЛПХ, среди действительно экологически чистых продуктов, я не стесняясь писал в рекламе, что на нашу курицу до сих пор не было аллергии. Я не вру никогда, действительно не было, вот, потому что мы не кормили никаким дерьмом. Да, комбикорма был, но кто хочет пополемизировать по поводу комбикорма, могу сказать, не воруйте, а покупайте официально комбикорм, и тогда не будет антибиотиков. Ну, про коцидиостатики для молодой птицы мы не берем. И не берите
на промышленных... Ну, просто ворованные не берите, потому что... Нет, они могут не ворованные, а расплачиваться с работниками. Не могут. Какими работниками? Работники сами все знают, они и так уворуют, не боюсь. Я к чему? К тому, что вот когда это все, я выставил всего лишь за 5 миллионов. Сюда входила вся ферма, сюда входила полностью технология производства, наш дом входил, ну как ферма, громко сказано, но вот эту наш дом, потому что там 33 сотки земли, там вот это все. Вот туда входила полностью отработанная технология производства, технология кормления, технология доения, там было все вот так вот у меня сделано. Технологический. У меня в сарае стоял поддон от душевой кабины, это офигенно, я там на Авито просто нашел, там за 2-3 тысячи купил душевую кабину, взял, правда, я оттуда только поддон, вот, и вытаскивай сюда, садись на кабинке, покажи всем, кисю, у нас тут рожать пришла кися из кошатника. Вот. Я выставил на продажу, говорю, 5 миллионов, ребят. Там 5,5, что ли, 5 миллионов, говорю, поторгуемся. То есть я готов был, в конце концов, я был готов отдать за 3 все это вместе. Надо понимать, у меня было более 50 адресов. Вот не разговаривай, просто молчи, гладь ее, не разговаривай. Вот, и вот только вот эта база из 500 человек, которая могла бы это, ну, которая у нас покупала еженедельно эту продукцию, ну, мягко сказать, стоила больше 5 миллионов. Сейчас я это знаю. То есть сейчас сколько стоит лиды, ну, кто бизнесом занимается, понимает, о чем я говорю, да? Сколько стоит лид, особенно в том бизнесе. Там только одна база вот этого 500 человек бы стоила 5 миллионов. Но люди ленивы. Я обращался, у нас много друзей было из тех, кто параллельно, ну, то есть вот с нами занимался параллельно. Им предложил, туда-сюда, они говорят, ты что, дурак, что же работать надо? Потому что мы впахивали как проклятые. Ну, и сейчас что делаем, собственно говоря. Вот, в итоге закончилось тем, что мы все это просто раздали, по факту, потому что коров мы продали буквально там по 50 тысяч рублей. Коз мы отдали всех коз за 110 или за 120 тысяч, при условии, что я собирал коз, когда их собирал, у меня там был несколько коз по 70 тысяч, каждая, по 50 тысяч, каждая, 35, это были обычные мои козы, по 35 тысяч я покупал. Вот, то есть, а мы это все просто скинули. Все, что у нас было, продали дом. Дом продали за нормальную цену, согласен, да. Там мы продали за 1 750 000. И потом, то есть мы вот это все, мы начали продавать, и в ноябре 21 года я уехал сюда, честно говоря, перед начавшимся на день рождения сделал подарок. И я не верил, что мы сюда перейдем. Я всем выносил мозг. Я сейчас говорю про то, что, понимаете, друзья, я сейчас говорю про технологию сбытия мечт. Послушайте меня, как мы это делали, и, может быть, что-то у вас шевельнется. Мы не в августе. В общем, мы до момента, пока здесь не купили, мы не верили, что мы вообще переедем в Крым. Я серьезно говорю. 6 месяцев мы не верили. Но с августа месяца я каждый день смотрел по Ютубу «Вести Крым». Я изучал Крым. Я в Крыму не был до этого. Ну, был полтора суток, ровно 20 лет, 19 лет до этого, в 2003 году. Я был здесь, меня как журналиста привезли на Боинге, в Симферополе выгрузили в автобус, в Артек, через полтора суток обратно, также все в Москву. Все, больше ни разу в жизни, ни до, ни после не был в Крыму. В ноябре 21 года меня жена отпустила на мой день рождения. Ну, я решил, что день рождения, ну, если не поедем в Крым, ну, и хрен с ним, ну, хотя бы я хоть побываю в Крыму. Ну, мы продали, правда, двух коров в этот момент. Но мы все равно решили просто поменять жизнь, то есть мы и бизнес решили поменять, и все. Думаю, не получится, но мы вот четко, мы вот везде говорим, что мы в Крым. Нас на Фейсбуке запинали, тогда Фейсбук был очень, как она, компания Мета, объявлена туристическая организация, запрещенная в России, обязан сказать, да. Вот, да, вот, и на этом мордокниге, у нас тогда, потому что на ВК не было, на Телеграме у меня не было нигде, вот на мордокниге мы сидели, я там каждый день писал, публиковал прогноз погоды, как, что, зачем, почему. Меня говорят, ну ты достал, ты вот уже свой Крым, ты что не едешь, ты же не переедешь. Ну, реально, я там всех достал. А вот в ноябре я туда поехал, я на 4 суток сюда съездил, 4 суток покатался по Крыму, ночевал в машине, потому что денег на гостинице не было, реально. Но вообще с деньгами было весело тогда. У меня жизнь развивалась по-разному, потому что бизнесом я занимаюсь с 96 года. Я прекрасно знаю, что когда, чем глубже мы падаем вообще в жизни люди, тем круче мы взлетаем.
Ну, если у тебя мозги заточены все-таки под бизнес, а не под работу, не устроиться на работу, а именно под бизнес, в качестве предпринимателя, то чем глубже ты упал, тем потом выше, вертикально ты взлетел. Тогда я, честно говоря, об этом не думал, когда ты в полной жопе, ты об этом не думаешь. Нам было очень плохо. Я говорю, мы продали 2 коров. С одной коровы мы деньги отдали за 1.5 или 2 месяца оплаты кредитов. И на стоимость одной коровы я поехал сюда. Реально, прикол такой. Вот, я съездил, все, я плакал, рыдал. Я вам, может быть, в ноябре следующего года покажу это видео. Оно мне сохранено, до сих пор в телефоне лежит, где я рыдаю. Я жене про там сказал, только никому не показывал. Кусочки этого видео показывал, вторую часть. Первую часть я еще никому не показывал, потому что первую жизнь, когда я за рулем своей машины переезжал вот этот Крымский мост, подъезжал к Крыму, это было просто, у меня вот эмоции было просто, вот, вот я просто ну, реально там сижу, слезы льются там. А я вот на днях тоже, ну вот как с материка мы возвращались с детьми на поезде, с новогодних каникул, я тоже плакала тогда. Наконец-то я в Крыму. Она разрыдалась, когда мы были в Ялте первый раз, когда в 2003 году. В 2002 году, когда мы в Ялту попали. Ой, я сейчас опять плачу. Вот, прям на, вот, на, эту, на набережную Ленина, вот где часовня стоит, вот она туда подошла и прям разрыдалась. Да, я просто стоял, смотрел на море. Нам не верилось. Нам не верилось, что это возможно. Нам не верилось, что можно было это сделать. Все, пока всем. Куда-то пока. Ну, ты возвращайся. Вот. Мы реально, мы не верили, что это возможно. Вот. Потом, давайте себе по центру поставлю, потом все. Придет верно. Вот, потом я приехал в ноябре в Казань, ну, в Приказани. Ну, и, ну, идешь, давайте поставлю обратно. Вот. Я приехал в Приказани, и потом мы уже, опять я смотрел вести каждый день. Мы не верили. То, что, ну, то есть не то, что не верили, мы верили, мы мечтали, но денег не было вообще. У нас даже поползновений не было на что. Вот, вот на что ехать даже не представляли. Почему? Потому что как можно, ну у нас же еще собаки. Ладно бы дети, фигня, детей в охапку, в машину бросим, у нас большая машина, плевать, мы бы уехали, мы нормальные родители, мы ответственные родители, все хорошо. Мы бы приехали сюда, здесь бы где-нибудь помыкались, купили бы дом. Да, ну у нас же собак толпа. Куда мы их денем? Это надо было сначала купить, обустроиться и только потом переезжать. А продать дом и вот это все, это очень сложно. И в итоге получилось так, что мы Новый год справляли. Я вам зачитывал и в этом году, кстати, 31 декабря, я вам зачитывал послание Деда Мороза, ну, вот, чтобы переехать в Крым, какой дом, прям дома описание. В общем, там совпадает на 90% все письмо, что произошло с нами действительно в 22 году. Почему да, я говорю? Да, да, чтобы был газ, у нас есть газ. Письма Деду Морозу писать надо в этом году 4 страницы у меня. Меня кто-то прервал смс-кой, я только там был штуку 8. Я не знаю. Кто? У меня просто настроение был такой. Я писал, а, ну, ты, конечно, че, как обычно. А вот. Потом мы Новый год отметили, все было как-то туда-сюда. И где-то числа, наверное, 15-18 января. Где-то в этих числах. Я же не говорю, слушай, а спроси у Тинькова, Маш. До встречи. 13-15, ну, вот. Наверное, да. Она задает туда вопрос, а они же больше 500 тысяч не дают. То есть, ну, нам это как мертвому припаркать, не серьезно. Даже тогда было 500 тысяч мало. И тут ей приходит. Вам одобрено 938 тысяч, что ли, счет 900 тысяч. Ну, в общем, блям! В общем, миллион. Плюс там еще у нас было тещиных немножко. Там теща нам дала попользоваться деньгами. Спасибо ей огромное, она молодец. Вот. Она продала гараж и дала нам еще 400 тысяч. И мы вот их еще там доложили. Мы эти деньги положили мне в карман, ну, не все, там, потому что я оставил жене, потому что я знал, что я уеду, и, скорее всего, там могу там надолго уехать. Потому что я сказал, все, я ехал покупать. Я в желтую, вы меня часто видите в желтой куртке? Вот это, в этой желтой куртке лежал лям. И плюс у меня был 25 тысяч, помимо миллиона. Миллион был только на дом. Я уехал. И вот получилось... Причем вот, ну, дом мы выставили свой на продажу. Там, кажется, не было тогда еще, да, Оксана? Еще не было. Нас... Она появилась в до отъезда. До не отъезда. Знаю, потому что мы же с ней на предварительную. Она, в общем, один из моих подписчиков. Я то, что вам же говорил, он говорит, слушайте, ну, мне интересно, я бы хотел приобрести ваш дом туда. Мы поговорили, сына ее устроила там, а ну, у нее там свои заморочки, там, мат капитала, вот это все, это долго тянется. Детские... В общем, мы с ней поговорили, мы с ней договорились так, что она покупает,
и дает нам там 2-3 месяца на выезд. Ну, или полтора месяца на выезд. Надо. Спасибо ей за это. В итоге я с кредитными деньгами, потому что купила она в марте, да, что-то в марте, да, кажется, 4-го, что ли, марта вы оформились. Вот я жене, ужин там был гендоверенность, причем этот дом был там, ну, неважно. Вот, я уехал сюда, начал искать дома, вот честно, да, я не жалею никогда ни о чем. И вам, то есть моим вот потенциальным заказчикам, сегодня буквально я опять со своим заказчиком, 74-го, да, Андрей, разговаривали, я всегда советую одно и то же. Когда вы выходите на сделку уже, вот когда мы с вами подобрали, или вы сами подобрали, или мы с вами подобрали уже дом, все, вот долго, там он стоил крови, пота, мозгов, вот все там, кровь из ушей, из глаз шла, мы уже там язык сломали, по телефону сколько разговаривали, сейчас, слава богу, я могу через компьютер говорить, это мне легче стало. Вот, поэтому я с вами больше могу иногда общаться, там руками работать. Вот, но когда мы вышли, уже выходим на сделку, когда вы сказали, да, нас этот дом устраивает, в этот момент, с этого момента вы закрываете Авито, Цианы, все вообще закрываете, почту не смотрите, куда вам всякие там приходят сообщения о том, что ой, там обновилась цена. Все. Потому что есть правило, которое мне сказала моя мама перед свадьбой. Сказала, сын, запомни. У меня мама вообще классная женщина. Я жену вот прям по ней подобрал. Я молодец. Да. Она сказала, говорит, сын, ты когда вот сейчас будешь, вот, ну, то есть вот сейчас будет, чем ближе будет к свадьбе, тем рядом, вот, вот за углом, перед тобой, в соседнем подъезде, на работе, везде, будет куча офигенско классных баб, потенциальных невест, всего остального. Но ты принял решение жениться. У меня мама говорит, она классная. И вот. И это то же самое. Раньше это по-другому звучало. Сейчас я это говорю своим заказчикам. Я говорю, закройте все и больше на Авито не ходите. Да, возможно, будет лучше. Да, возможно. Но мы не знаем этого. У меня есть некоторые заказчики. Ой, Арсен, давайте еще немножко подождем. Ой, давайте подождем. Ой, давайте подождем. А оттуда у меня 93% выхода на сделку. Был 95. Ну, вот, кстати, вот тот, который я в телеграм-канале писал, еще неизвестно, с 73-м договором. Может, мы еще продолжим работать, пока непонятно. У меня иногда через полгода, через два месяца возвращаются люди, мы дорабатываем все. Через год вернулся. Тем более там бюджет хороший, там ЮБКшный бюджет на участок, там они еще, я думаю, еще немножко еще поднимут, и там будет интересно. Вот, поэтому, может быть, появится. Но вот из-за таких людей, которые не из-за него, а вот из-за тех, кто давайте немножко подождем, еще посмотрим, и они в итоге досматривают до того, что уже покупать нечего. 2-3 месяца прошло, все, в их бюджете то, что можно покупать, уже нет. Вот. Поэтому вам хороший совет. Нашли что-то, беритесь и покупайте. Мне повезло, честно повезло. Мы купили дом, получилось вот, чтобы уж, давайте я вам до конца это всю эту историю расскажу. 85 человек, 62 лайка, мало, ставь. Вот ты не поставил лайк, поставь лайк, мне будет приятно. Я же не денег вас прошу, кстати, денег тоже там можно закинуть, может не кидать. Это на микрофон. Кто не в курсе, не кидайте вообще, не думайте даже об этом. Кто знает про микрофон, кто из телеграм-канала, те все знают, там это, а уже скинулись. Вот, фигня. Так вот, ну лайк поставь, мне приятно. О, салют! Вот, нас, я же ждал. Ну должны же нас с двухлетием поздравить с салютом, спасибо. Это уже вы нас поздравили. Спасибо, салютом. А как это? А когда много-много лайков в какую-то секунду, видать, когда несколько человек быстро лайкают, я так понимаю, из-за этого. Да. Да. Еще 81 человек, 67. Еще. Друзья, можно. Смотрите, потом произошло что? То есть я когда искал здесь дома, у меня были дома, это есть такое село Дозорное, например, около Симферополя. Их несколько тут Дозорных, но только около Симферополя, да. Я его смотрел, кажется, Дозорное, я не помню, то есть, ну, кажется, Дозорное. Его смотрел там, и там был домик, я, в общем, с 850 тысяч, тогда это было дорого, реально дорого. Я умудрился сторговаться до 650. Я просто спросил, я говорю, слушайте, а вы можете 200 тысяч? Через 10 минут мне сказали, хорошо. Но я не купил там. Там 12 соток, да, крайний участок, но 12 соток. Но зато от Симферополя там рукой подать, там все. Ну, классно, честно говоря, в горах, в предгорье. Мы сейчас туда как раз и возвращаем. Ну, не туда, но примерно вот куда-то вот в предгорье мы сейчас возвращаемся. Хотим переехать. По большому счету не из-за предгорья, а просто чтобы быть поближе к моему офису.
то, что мне сейчас приходится открывать офис в Симферополе, потому что у меня уже 3 компании тут намечается, именно те, которые надо вот с офисами иметь, то есть просто так вот на дурочку, как я вот сейчас вот что-то пытаюсь через интернет и там вот это все делать, работать удаленно, там не получится, там надо будет компании делать нормальные. Вот, поэтому мне надо близко к Симферополю, от моего дома не наездишься, тут 90 километров, охренеешь просто. Ну вот, и вот я смотрел там, потом смотрел в Черноморском районе, тоже дом нашел, все классно, там 16 соток, дом нормальный, все хорошо, газа не было, там естественно, у меня денег-то мало было. Вот, я посмотрел, хорошо, тоже думал, но там степь, там голимая степь, тоже крайний участок, то есть собачек поставить так, чтобы соседи не слышали, ну можно было. Но потом я поехал смотреть Жанковский район. И сидя в несколько дней, я переночевал, туда я мог ночевать не в машине. Да, я ночевал. Я в машине, кстати, один или два раза переночевал, а все остальное в гостинице ночевал. И вот я сижу в гостинице Таврида. Вот я сижу в Тавриде. И, ну, первую ночь я все равно здесь переночевал прям на Тавриде, в кармашек заехал, ночевал. Там холодно, нет, машина зависла. Да, тут. А, нет, не ночевал. Нет, я в ноябре там ночевал. Нет, не ночевал. Ночевал. Правильно, у меня то, что машина была завалена уже 9-го, когда я приехал, да. А тогда, да, я ночевал там, да. Вот, я сижу в гостинице Таврида, или Таврия она как называется. Таврия в Джанкое. Уже все, то есть я уже готовлюсь покупать реально вот тот вот в предгорьях. То есть смотрю, у меня вот тут, просто смотрю в телефон на Авито, на главном экране. Ну, там же как, просто на главную страницу выходишь. У меня анонсик так, раз. Вне моего бюджета, мы не искали в бюджете, там 900 тысяч вылезло, потому что мы искали, потому что мне же надо собак построить, да, миллион-то есть, но надо же собакам еще построить, надо то, надо все. У нас было где-то 750-780 тысяч был бюджет, порог, а тут 900 тысяч, 84 сутки. Я думаю, ну врут, как обычно. Ну, думаю, да ладно, что я теряю, у меня ноутбук с собой, я ноутбук открыл, смотрю, реально 84 сутки. Документально. По документам, внутринаселенного пункта, все. Интересно. Дом 56, кажется, квадратов. Интересно. Я ребятам звоню, говорю, здравствуйте, я бы хотел к вам подъехать. Они говорят, ну, давайте завтра к 8 подъезжайте. Мы тоже потом заняты будем. Ну, хорошо, все, я в 8 утра здесь, ну, из Жанкое. Там ехать, правда, далековато, но хрен, я там в 6 утра вышел. Вот хотел я сегодня. Но приехал к ним, посмотрел, дом офигел. Дом, сходи, живи. Ванна, туалет. Причем дом они только-только осенью, в зиму они его только построили, то есть только отремонтировали, только все привели в порядок, действительно, сантехнику поставили. Ну все, вообще, ну вот заходи, живи. Даже кухонькой. Мы пчелись, ремонт не делали. Здесь кухня стояла. Ну, старенькая, да, но стояла кухня. Ну, руки не доходили, потому что не было бы кухни, мы бы, естественно, давно бы этот ремонт бы сделали. А так, ну, есть ремонт и есть, да и пофиг. А мы ленивые люди. Ну, дело не в лени, просто мы занимаемся слишком много чем. Нормальные люди занимаются чем-то одним, то одной работой, если он юрист, он будет вот на моем месте, да, вот он какой-то... И делает ремонт. Он риэлтор, он будет риэлтором в рабочее время, риэлтором, он будет зарабатывать, правда, там 150-200 тысяч в месяц всего лишь. У него не будет мерседесов там, то все, но вот он риэлтор, у него будет, ну, вот меня все ругают, что у меня грязь такая, у него будет чисто на участке, будет... Мечт у него нет, у него мечта съездить в Турцию, в Египет отдохнуть максимум, все, больше мечт нет, башка пустая. У нас же, у меня вот, например, в башке сейчас уже, то есть уже сформировано два бизнеса. По-русски это голова. Вот, то есть уже два бизнеса есть дополнительно к тому, что я вот занимаюсь сейчас, да. А плюс в голове еще там еще крутятся мысли, как, что, зачем, почему. Я ее пытаюсь подтянуть на то, чтобы она зарабатывала огромные деньги, она сопротивляется. Реально, ленивая беда. Она профессиональный юрист. Я говорю, давай заведем тебя. Я уже сколько раз даже провоцировал, чтобы вы ее начали подпинывать, когда будет YouTube-канал про юриспруденцию, то есть я ее подпинываю. Вот, потому что у нас есть друзья в Казани, у них юридическая компания большая. Ребята очень грамотные, очень классные, очень шикарные. То есть есть кто сможет ей помогать, ну, имеется в виду, кто сможет заниматься, но основной деятельностью юриста, это основная деятельность, это бумажки. Но она будет заниматься тем же, чем и сейчас, то есть со мной работать, вот это все, но плюс вести канал, а вот бумажками будет заниматься есть кто люди, все нормально, не хочет. Давайте ее вместе подпинем. Чего? Сейчас подожди, мы сейчас дойдем. Это обой. Мне нравится, идите. Кто там? А, это нормально. А что ты хотел? А? Все, погоди, где у меня? Мышку дайте. Мышку дайте. А, наверное, у тебя это...
Нет, не здесь. О. Нет, это не то. А где оно у меня? Во, вот так, во, вот так, на. Нет, нет. А как? Не так. Во, во, во. До свидания. Вот. Ну, даже вы на стрим пришли, ну, на стрим. Так у меня и в этих самых и в роликах болтовни много. Ну, вот. Тем более сегодня же надо не умную болтовню, а полезную. Я очень надеюсь, что вам история нашей семьи действительно пригодится. Когда вы будете планировать свою жизнь, если вы уже даже переехали в Крым, если вы живете в Крыму, если не в Крыму, если вы переезжаете в Москву, неважно куда. Сам принцип, то, что надо верить. Сам принцип, то, что надо впахивать. Надо забыть про выходные. Да, да, да. Ребят, мне 49 лет. А, я понимаю, что я выгляжу на 27, я все понимаю, да. Я красивый, молодой, все понятно. Но мне 49 лет. А я принимал решение о переезде сюда, мне было сколько, 46? А, я принимал решение уже. Мне было 46 лет, потом исполнилось 47, 47 я сюда переехал. 47 немало. Я знаю толпу народа, которые: мне 47, я тут на пенсии, думаю, где буду. Блин, ты что, с ума сходишь, что ли? Это самый такой вот момент, именно когда ты уже все знаешь, когда ты уже, ты очень много умеешь, у тебя много навыков, и ты обучаем. Ты еще пока обучаем. Хорошо обучаем, я по себе могу сказать. У меня 6 дней в неделю, 6 часов в неделю, каждое утро по часу. У меня английский сейчас. При условии, что я в сентябре, в октябре английский не знал слова вообще. Сейчас со мной по-английски разговариваю. Ну, не разговариваю еще ни хрена, но, по крайней мере, что-то... По крайней мере, честно скажу, что уже, вот, например, в соцсети, уже, по крайней мере, комменты в соцсетях на английском я уже читаю реально. Понимаешь? Ну, нет, я как раз понимаю. Читаю плохо, а вот понимать. Я узнал за эти несколько месяцев, что слово «бат» обозначает, или «бай». В общем, не важно, это обозначает «но». Или «да», «но». Это прикольно. «Вай»? Нет, «бат». «Бат», «но». Нет. Я не знал английского. Так вот, и плюс, я уже четвертый месяц обучаюсь на практического психолога. Это вообще высшее образование, это вообще беда. То есть, когда тебе анатомию головного мозга рассказывают, реально полную анатомию головного мозга, у нас целый месяц ежедневно, когда тебе читают лекции по анатомии головного мозга, ну, кто-нибудь, кто когда какое-нибудь касание к анатомии имел, те меня поймут. Это просто башка. Там, конечно, очень упрощенно, потому что я анатомию животных, я когда готовился, я же владелец питомника, я обучался целый год как на питомника, чтобы в свое время, чтобы РКФ получить, что ты питомник, надо было пройти, там практически ветеринарное образование получаешь. И вот там было, нам читали месяца 2-3 анатомию собак. Вплоть до анатомичку возили, препарировали при нас. Ну, правда, мы только если хотите, пожалуйста. Но я своих собак, например, шью без проблем. Они оперируют, то есть, на месте открыть, я их не буду открывать. А если они где-то что-то провались, я сам их зашью, то есть, не проблема. То есть, все нормально. Никогда не было никаких... Я ассистирую. У меня над столом, стоит коробка. У нас же крупные собаки, все-таки они иногда бывают, у них там всякие, да, они начинают между собой. На нас нет, а вот между собой, ну, иногда бывает их много. Вот, и у меня прямо над рабочим столом стоит коробка. Собаку дурака тоже по-моему, да? Не помню. Что-то вот. Что мы вообще? Не знаю. Все, давайте заканчиваем. Давайте вас вопросы читать. Можно я, друзья? Уж не обижайтесь. Кто недавно пришел? У нас сегодня двухлетие нашего переезда. Я съем, ладно. Медоборовское. Я прошу прощения. Но очень вкусно. Так. Но на дате не закончил. На языке мой. Сергей ждал ссылку на стрим. Так там же куча стрелок нас... Ну все же, пришел. Ну, в Телеграме, там же всегда я это только подписался. Здравствуйте. Классно, спасибо большое, Алексей. А уже, наверное, ушел. Нет, вы не ушли? Алексей, напишите, если что. Андрей, надо зум собрать, будет класс. По зуму, понимаете, какая проблема по зуму? Да, у нас есть, кто вдруг не знает, у нас есть закрытая группа. Она условно закрытая группа, туда может вступить любой. Периодически я в телеграм-канале в основном кидаю ссылки на типа «присоединяйтесь». Вот. Мы в Zoom обсуждаем определенные темы, которые меня в данную секунду беспокоят очень сильно. Фактически это фокус-группа.
В данный момент у меня просто нет запросов. Если у вас есть запросы какие-то, которые надо обсудить в кулуарном формате, именно в зумовском формате, скажите, соберем. Мне же не проблема. Тем более, видите, все, у меня появилось опять. У меня опять появилось. Где? Надо, то есть, притащить лампу. Все. Я еще подумал, может, я лампу где-нибудь приделаю, чтобы ее не убирать. Потому что она не разрешит. Ну, ладно. Так. А ты сделал так? Сергей, поздравляю с праздником. Спасибо огромное. Так, Олег, Ярослав, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, почему вы ездите на море в Феодосию, а не в Евпаторию, судя по расстоянию одинаково? Да, можно, смотри... можно ехать. Нет, давай, смотрите как. Почему именно я езжу? Они ездят, они хотят. Они... У меня как-то были подборы. Знаете, вот бывает такое, вот прям вот косяком пошли подборы вот в сторону Евпатории. Они со мной прям на хвост садились. В 22-й год они со мной на хвост садились, ездили туда, купались там, все-все-все. Евпатория? Да. Один раз. Зачем? Ну, это, ну, лавка, там вот это все. А, ну, это да. Все одно же, это на Медведево там, или как она там, это, туда же все ездили несколько раз. Буквально тот за месяц, мы там раз 4 туда съездили, 5. Но я люблю море, честно, вот, любокашное, с мелкой галькой, и вот чтобы вот дно было и ушло. Для детей там лягушатники обычно огороженные есть, а вот мне нравится, чтобы море было чистое, и так это вот. 10 шагов, 20 шагов сделал и ушел. Все. И красота. А Евпатория, ты идешь. Ну, в самой Евпатории я не купался, честно говоря. Вот все вот рядышком пляжи вот эти. Купался вот там... же в самом. Когда машину сдавали, ребят. А, нет, я же не купался там. Точно. Да, вы там купались. Ну, в общем, там плохо что, для тех, кто вдруг не знает. Там идешь, и все равно искупаться не можешь. Потому что тебе по пояс. Это детский пляж. Вот. Плюс, когда вот я ненавижу воду, которая, ну, градусов под 30, которая, она просто там нагревается очень сильно. Из-за того, что мелко, она нагревается очень сильно. Для детей все хорошо. Нет, это течение вот. Теплое. А мне вот это не нравится. Поэтому в Феодосию мы ездим по одной простой причине. Феодосия – шикарная МФЦ. С точки зрения того, что там можно взять, вот сейчас сидеть, вот вы ко мне подойдете и скажете, Ярослав, а можешь удаленную сделку сделать? Но нам надо срочно. Я скажу, хорошо, я зайду в компьютер, на завтра возьму талончик, и завтра могу спокойно. Вам из материка этого не понять. Но это единственная МФЦ, где в 99% случаев можно на завтра взять любой талончик. В обычных МФЦ, ну, через неделю. Не сдавай родные места. И у меня, когда мне очень надо, когда нам очень срочно надо, из Севастополя даже один раз или два или раза ездили в Феодосию. Представляете, расстояние? Ну, я говорю, ребят, хотите на сделку выйти завтра? Поехали в Феодосию. Поехали! Поэтому мы ездим в Феодосию. Они почему купаются в Феодосии? Потому что мы перед часа за полтора раньше едем, я их выгружаю, сам нырну, искупаюсь, оденусь, сел в машину. Они на пляже, там пляж, кафешки, гуляют, там развлекаются. Я в машину, на сделку, сделка около часа обычно идет, там полчаса, час. На сделке все-все-все, потом еще минут 15 переговорить. Сел в машину, к ним приехал, еще раз искупался, мы повалялись, сели в машину, все уехали. Ну, да, пошли обед. Кто нас намерз? Ну, вот. Поэтому тут именно поэтому Феодосия. А так мне, реально, мне очень нравится вот район, как я не помню, как называется, сейчас опять это ошибусь. В общем, в районе Артека. Очень нравится. С чего у меня Крым начался? Вот мне этот район вот просто дико нравится. Прям вот, ну, очень нравится. И пляжи там нравятся, и все. Классно было в этом году. Туристов почти не было. Все шикарно, очень понравилось. Но, да, так говорить нехорошо, конечно. Потому что Крым зарабатывает на туристов очень много денег. Но действительно, мне вот очень понравилось, что все пляжи пустые. Все, ну как, они не пустые, они нормально наполнены. Нет. Они было как надо. Да, они, то есть можно было прийти, даже если переполненный пляж, это то есть вот ты... 10 метров туда. Нет, 5. Но не через год. Мы помним, в прошлом году, в 22-м году, мы как-то попали в Орджоникидзе. Мало того, что мы попали после дождя, там была грязь просто страшнющая. И вот реально некуда было встать. Не то, что лечь. А там же мел очень короткий. Да какая разница? Ну, вот это для меня это просто... Больше мы, слава богу, ни разу так не попадали. Но для меня вот это просто вот показатель. Да ну его нафиг. А тогда я еще купался в любом случае. Я тогда искупался в этой грязюке. Я тебя свожу на пустой пляж. На пустой пляж. Так, где у нас? Выше. Убери руки. Вот.
О, Саш, привет. Саш, привет, если ты здесь. Всем, всем, Александр Захар, всем добрый вечер. Александр Сапожин, поздравляю с двухлетием. Спасибо огромное. Спасибо. Александр, спасибо. Так, Елена. Здравствуйте. Поздравляем вас с этой датой. Мы будем отмечать один год 2 июня, как мы переехали с вашей помощью. Спасибо вам за это. Мечты должны сбываться. Спасибо вам огромное за отзывы. Кстати, пользуюсь случаем. Я еще, конечно, вас еще попрошу, но пользуюсь случаем. Мои заказчики, пожалуйста, у меня есть необходимость в этом, действительно, потому что людям надо на чьем-то примере убеждаться, что я не подлец, что я хороший, что я делаю доброе дело. Поэтому сделайте доброе дело завтра, когда будет солнышко, когда будет все хорошо. Вот так возьмите телефон, вот так, и просто отснимите мне вот вертикальное видео просто с отзывом обо мне. Да, обо мне тоже, я тоже Ярослав. Просто что, просто вот отзыв о том, как мы с вами поработали. Удобно вам было со мной, неудобно, как мы, что и так далее. И телеграмму мне перешлите, внутри телеграмма, в личку. Просто качество видео будет хорошее. Ватсапом и всем остальным будет тяжело. А вот в личку телеграмму мне перешлите. Очень огромная просьба к вам. Если вы это сделаете еще на фоне своего дома, в котором вы сейчас живете, это будет очень идеально. Вообще класс. Я буду вам исключительно благодарен. Вот, правда. Потому что мои потенциальные заказчики, они, ну, я, да вы также, я также, мы любые товары, любые услуги, перед тем, как покупать, мы сначала смотрим отзывы. На меня отзывов нет вообще. Про плохих тоже. Слава Богу. Специально. Слава Богу, нет. Вот. Я очень стараюсь, все мои заказчики знают, что я очень стараюсь. А чтобы не было еще таких отзывов, я просто неадекватно их себе не беру людей. В этом году, я сегодня уже подсчитал, на сегодняшний вечер, в этом году я отказал 14 человек. Такого не было никогда. Ко мне подходят с такими вопросами, что у меня просто волосы дыбом встают. Нет, я реально отказал. Нет, люди нет, были нет. готовы заплатить, я отказывал. Я говорю, я не буду с вами работать, извините, пожалуйста. Вот, если у вас какой-то, вот, либо здесь, либо здесь, либо здесь изменятся какие-то варианты, тогда будем работать. Я отказываю. Кто-то, может, в это не верит, но просто этот бизнес для нас не единственный. Слава Богу, мы не голодаем. Слава Богу. Поэтому я имею возможность заниматься своей любимой работой, классной, любимой. Поэтому мои любимые заказчики, если я вам действительно помог, завтра утром, днем, когда солнышко выйдет, возьмите вот так телефон и отснимите небольшой краткий отзыв, как вам со мной работалось. Кривой, косой, неважно, как это будет. Вот неважно. Пусть там будет вот пофиг. Просто обычные человеческие ролики, чтобы другие люди посмотрели. Ну, и поняли, что мечты действительно должны сбываться. Потому что вот этот стрим я оставлю. Я сказал, что я его оставлю в записи. Вот, я пошел. А это просто это тебя в сеть берет. А еще раз, да? А второй раз она не будет. Нет. А еще я сделал. Нет, она один раз так работает. Ребята, как? Поэтому, друзья, если сделаете, я буду очень сильно благодарен. Просто в Телеграме, в личку мне отошлите. Так. Здравствуйте, поздравляем, Елена. Тогда, да. Я просто, потому что каждый мой заказчик знает, я за вас очень сильно переживаю. Реально. Так, у знакомой банкротство третий год тянется. Никто ничего не решает, дело висит, и налоги исчисляют. Видите ли как, перед тем, как начинать что-то делать, ну, надо уметь выбирать людей, с кем делать. Я могу сказать, моим заказчикам очень сильно повезло, что они нашли меня. Вот честно. Потому что кому-то я отказал. Это им тоже повезло, кому я отказал. Потому что я отказал, я объяснил, почему. А за кого я взялся? У нас выход на сделку, я же уже говорил. Ну, на сегодняшний день там порядка 93%. Это круто. Это реально круто. Но. А кто меня не нашел, те покупали или покупают и мучаются через риэлторов. Так же и с вами. У меня есть в Казани, например, шикарные ребята, шикарные юристы, которые занимаются банкротством физических лиц. Все официально, все нормально, все хорошо, все замечательно. Вот. Ну да, юридических лиц и так далее. Вот. И они сделали мне при всех моих нюансах, проблемах, там у меня много чего было интересного, спокойно, абсолютно спокойно я вышел на банкротство. То есть все, я банкрот, 2,5 года, ну, вот, а мне осталось еще 2,5 года и все. Я буду вообще чистенький.
Мне не хватает, честно говоря, мне вот сейчас уже мне не хватает, конечно, возможно, кредитования на юрлицо, потому что я бы сейчас просто привлекал бы и ваши, в том числе, средства, и скупал бы сейчас недвижку. То есть прямо на участке я бы скупал, я знаю, где скупать, я знаю, что скупать. Все мои заказчики, кто приходил с точки зрения инвестирования, все счастливы, все довольны, все хорошо. За полгода там под 50-100% увеличение рост цены. Такого нет нигде. Тем более при очень маленьком входе, там в 2 миллиона, в миллион. Ну, летом был в миллион, сейчас это 2. Я же говорю, там 2 раза за 6-7-8 месяцев. Ну, и так далее. То есть вот даже 2-2,5-3 миллиона вход в недвижку для инвестирования, это очень хорошо, причем не долевого. Но. Об этом я думаю. Так, пошли дальше. Здравствуйте. Так, это на Тихий Восторг. Кто это у нас? Кто-то из наших ведь, да? Номер 9. Номер, все правильно. Надо писать не номер 9, а договор 9 и год. Здравствуйте, поздравляем вас. Видеть вас вместе вдвойне приятнее. Какие вы красивые и бодрые. Номер 9 щебетовка. Спасибо. Это мои заказчики, это просто это прикол такой, заказчики мои знают. Я уже даже не стесняюсь это говорить, так как очень много людей проходит через меня, а у меня плюс профессиональная болезнь, я не запоминаю людей. Я профессиональный фотограф, я профессиональный фоторепортер. Я много лет работал как фоторепортер, и каждый день, когда через тебя много людей проходит, ну, физически ты не можешь их запоминать, у меня не настолько хорошая память. И поэтому у меня мозг просто отключается сейчас. Чтобы я запомнил человека, мне надо его увидеть раз 5-7. А имя запомнить, еще и с ним, это вообще беда. Но договора я помню хорошо. Это мои заказчики обычно говорят номер такой. Кстати, а где у нас 22/2023? У нас всегда же был. Так, и на прошлый раз, кстати, его не было. И на Zoom его не было. Ярослав, Неля, добрый вечер. Поздравляю вас. С праздником, Елена пишет. Спасибо огромное. Обои эти же супер, очень вам идут. Чем те? Ой, детки, какие у вас получились красивые. Дай бог вам полную чашу семейного счастья, всех благ, мир, добра. Спасибо огромное. Спасибо большое. Елена, за вас, ребята. Спасибо, Саша Михайленко, что нас узнала. Вы клевые, вы прям мои. За сбыту мечт ваших. Спасибо вам большое. Привет, Наиля, Ярослав. Вы уже ремонт сделали на кухне. Вроде другой фон был. Да, тут же были бутылки. Тут были бутылки, было то и все. Французский подвал. Я вам честно скажу. Жена после этих бутылок, после всего сказала, все нахрен. Никаких вот этого ничего не должно быть. Цветочки. Она вообще хотела покрасить. У нее беда, она ненавидит обои. Просто ненавидит. Она говорит, ненавижу обои. Она в чем-то права, потому что на эти стены клеить обои, это просто, ну, просто задница. С беленой стены, со звездкой. Мы, чтобы сюда поклеить, мы их грунтовали. Причем при условии, что до этого же висели обои. Мы их все грунтовали два раза. То потом еще жена до сих пор их подклеивает. Хотя это винил. Нет, я два дня не подклеивала. Они перестали отлетать. Она когда начала, она цветочки, она уже их заказала. И как увидела, сказала жена. Давай у нас будет домострой. Что такое домострой? Ну вот, в смысле то, что все-таки я тебя убедил вот с надписями выбрать. Ну, да. Красиво же. Нет, классно. Вот, классно. Ну, я бы цветочки чуть-чуть. Были бы лучше, да, согласен. Да, вот нет. Если бы кофе был бы более насыщенного цвета кофейного. Зачем? Нормально? Слишком... Нет, зато вы не представляете, насколько у нас светло стало на кухне. Вот реально просто очень светло. У меня новый пол! Я не знаю, какую она кухню выбрала. Вот какой гарнитур, какого цвета. Я тебе показала, потому что видел. Я ей сказал, какого купить. Цвет вот этого стола должен был нет. быть. Должен был цвет вот такой быть. Нет. Модный, классный. Золотой. Он очень хорошо сочетается с черным. Вот этот цвет. Ну, что золотой зуб. Да. Я надеюсь, что они там свет. Они все бумажные. Я надеюсь, что там свет. А я нормальный купила. Да. Нет, другой цвет. Mm-hmm. Хороший. Так, Фания. Неля, красотка, прекрасная фигура. Спасибо. Ярослав, это как? А, Ярослав, это как я. От меня уже трубки не берут, потому что я достала с разговором про Крым. Ну да. Все заканчивается Крым. Там
заканчивается жизнь. С чего вы взяли? Где заканчивается Крым, там заканчивается жизнь. Это нет жизни в другом месте. Аккуратнее так пишите. У меня чуть мышка не полезла блокировать. Я, друзья, сразу скажу. Вот вы, когда у меня на канале где-нибудь, в Телеграме, ну, в Телеграме, кстати, нет, там адекватные все. Вот когда на Ютубе что-нибудь шутите или что-нибудь вот подкалываете, будьте аккуратны. Потому что я не всегда разбираюсь. У меня иногда бывает наплыв хохлоботов. Хохлы просто прибегают и начинают там херню. И в режиме берсерка. И я просто беру и просто блокирую всех. Если в этот момент попадется с какой-нибудь вашей шуткой, какой-нибудь вот такой, который может двояко прочитать, как вот сейчас. Не обессудьте. Приходится объяснять. Не обессудьте. Если я рядом, а если нет, останетесь просто, без просто, нас. Просто не обессудьте. Просто для вас мой канал пропадет, к сожалению. Ну да. Если бы я оставлял всех и вся, вот кто у меня там пишет, все сегодняшний день, там штук 5 я уже удалил комментариев, там всякие разные. Так. Подними выше, это как-то. Да, не торопись. Вот куда вот? Ну вот куда? Не ты уйди отсюда. Ох, сколько он понаписал. Так, чуть так. Так, стой, а где? Ты где? О, пусть. А, Сергей, ваш путь и деятельность заразительны. Я тоже брежу переездом в Крым. Жена говорит, что моя идея слишком навязчива. Все равно переедем в Крым. Письмо под ёлочку, кстати, написал. Правильно, но. Вы свою жену надо было сейчас притащить сюда, под, вот на этот эфир. Почему? Потому что я уже понял, такие глобальнейшие, вот такие вещи глобальные, как переезд в Крым. Потому что в Крым надо понимать, то есть сюда ехать просто так ради развлекухи можно только в том случае, если у вас мощный, огромный доход, ну хотя бы $1005, да? Ну в долларах просто скажу, чтобы было понятнее. На сегодня там 500 000 рублей, чтобы у вас есть такой доход, просто доход. То есть вам не надо здесь работать, тогда можно баловаться. Но тогда вам и не надо это как мечту воспринимать, а просто переехать. А вот если вы так же, как мы, переезжаете, так же, как обычные нормальные люди сюда собираетесь переезжать, нужно, чтобы вас жена обязательно поддержала. Вот. А мужья должны поддерживать жен с этим. По-другому не получится. Либо разведетесь, либо будет беда. Вот. Но это не секрет, что... Ну... Прошлая жена меня не поддержала. И слава богу. Ну, да, если не да. Я же сюда в 14 году рвался. А когда был я сумасшедший, как только Крым наш, у меня сразу же у меня крыша поехала. Но тогда была беда. А я даже думать не думала. Это настолько была вот просто несбыточная мечта, она, что жить. Она взяла, когда поехала? Как это? Просто поехала. А так можно было? Поэтому жену подтаскивайте вашу, и пусть она задает вопросы. Любые. Вы же знаете, я абсолютно трушный человек. Кстати, я открыл себе, я кому-то уже говорил, нет, я открыл себе еще один YouTube-канал, он по-английски называется Ярослав Фролов за Изи Трува. Ну, а слово трушность, да, то есть легкая правда. И там я буду разговаривать не о недвижке, там я буду разговаривать о бизнесе, о жизни, о мечтах, о том, о сём, о пятом, все там поболтать. Вот, поэтому, кстати, как увидите, приходите. Но я еще ни одного ролика не отснял. Ну, вот, по крайней мере, это сделал. И я к чему? Потому что вы же видите, я никогда ничего не скрываю. Как есть, так и говорю. Просто другой вопрос, что я на жизнь смотрю всегда. Надо мной все... Меня учителя из класса выгоняли. Я тебе ставлю двойку, а ты вот улыбаешься. Я не ржал, то есть я не в глаза ржал, а просто, ну, вы видели, у меня постоянно улыбка. Вот постоянно. Жена привыкла, первый год ее тоже бесило. Постоянно. У него я улыбаюсь. На Фейсбуке висит там, как у тебя твой статус? Неугомонный оптимизм. Неугомонный оптимизм, да. А у меня позитив наше все. Мы нашли друг друга. Ты моя прелесть. Так, расплакалась с вами, рада за вас. Клево. Жека Хищный. Привет соседям из Чебоксар. И теперь из Крыма. Купил в Первомайском районе 30 минут езды от Евпатории. Круто, отлично. В вашем чате познакомился недавно с девушкой. Она уже в Крыму работает в МРИ. Класс, отлично, круто. Отлично. Жека, счастлив и семье тоже. Вот, слава богу. Андрей, да, также, если у вас депрессия, покупайте дом в Крыму. Вот тут, вы знаете что, давайте я сейчас вот про грустное расскажу. Давайте, немножко вас так это приземлю. Если у вас депрессия, то я же не психолог. Обратитесь к психологу, я серьезно говорю. К любому, у которого стаж там от 2 лет, обратитесь к психологу.
И все. А и переезжать в Крым надо однозначно без депрессии. Потому что здесь будет перемена не только климата, не только места. Здесь будет перемена социалки полной. Потому что в Крыму я от этого балдею. Но здесь надо понимать, здесь все замерло. Не замерло. В начале, ну не замерло, развивается. Просто ну, до возвращения в Россию здесь было все на уровне начала 2000, конца 90-х, начала 2000. Замершее было несколько лет назад. Сейчас, да, сейчас быстро развивается, быстро это вот догоняет, но все равно это есть. Здесь люди очень простые, люди очень корректные, люди помогают друг другу. Я не знаю, как где вы живете, но чтобы я где-то в Татарстане реально попросил человека мне помочь, и мне просто от души помогли, просто от души, хрен. Они всегда ждут ответа на эту услугу. Всегда. То есть ты им помог, он тебе помог, он тебе потом придет и попросит помочь в ответ однозначно. Здесь нет такого. Здесь просто тебе помогают от души. Просто от души. Тебе помогут вплоть до того, что ты не разбираешь, ну там что-то, даже вот какие-то коммерческие вещи, они тебе помогут, ты, может быть, конкурент, все равно тебе помогут. Здесь классные люди. Реально классные. Здесь обалденные. Здесь, но в то же время здесь сама экономика Крыма, она детская с точки зрения жесткой, рыночной, прям вот такой вот ежовой, вот такой сволочной экономики основной России. Здесь она просто детская. И здесь поэтому очень много болячек еще, которые Крым проходит. Это я все к депрессии вашей говорю. Сюда с депрессией нельзя переезжать. Ее сначала надо вылечить. Вы можете онлайн-психолога. Я не прикалываюсь, я серьезно говорю. Психолог стоит там не так дорого, там 1000-2 в час. Обычный психолог. Возьмите себе психолога, можно по онлайну спокойно. Там за 10-20 сеансов у вас все будет хорошо. А сюда переезжать надо уже с нормальной башкой и улыбаться. Помните, как я всегда говорил? Я что-то в последнее время прекратил об этом говорить. Вы когда сюда переезжаете, ну просто я думаю, что для всех уже само собой разумеющееся. Вы когда сюда переезжаете, вы должны улыбаться, вы должны заходить в магазин, улыбаться. Если вам наступили на ногу, вы улыбаетесь, извините, пожалуйста, я тут ногу подставил, вот вы наступили. Тебе скажут, ой, извините, потому что от вас они когда наступят, они будут ждать. Они извинятся, но... Они будут ждать, что вы нахамите. А вы же вообще не нахамили, вы улыбнулись. Все, вас обнимут там, по крайней мере, морально. Вот. Да. Там, тут, понимаете, тут совсем другие люди. Ну, реально другие. Когда мне тут про межнациональные вопросы говорят, тут всякие разные. Я говорю, ребят, вы не поняли. Это, ну, это у крымчан такой прикол об этом разговаривать. Просто, или кто это говорит, просто не понимает, что такое межнациональный вопрос. Мы приехали с благополучного Татарстана. У меня жена чистокровная. Породистая татарка. Племенная. Да. Я абсолютно русский из Нижегородской губернии. Но тем не менее, мы понимаем, что такой национальный вопрос. А здесь его нет. Но в том виде, в котором он вот реально. Вот здесь его нет. А крымчане просто почему-то, я много раз об этом говорил, что крымчане почему-то ругают Крым. Я не знаю почему. Но это все, ну, я знаю, как это все с Украины пошло. Со времен Украины, что вот их здесь унижали, реально здесь было жить херово. Даже по сравнению с Херсонской областью, с Запорожской областью, здесь было жить еще хуже. Потому что в Крым вообще денег не вкладывали. Как вы знаете, здесь производства нет вообще. Когда СССР развалился. Да, кстати, во времена СССР здесь было все хорошо. Здесь столько войны было, что, ну, имеется военных предприятий, ВПК. Здесь было очень много. Что это было просто вот сельхозка. Там почти в каждом крупном селе шикарные колхозы. Были эти консервные всякие эти фабрики, заводики вот эти вот. Почти в каждом крупном селе. Представляете? То есть садов было толпа тут. Ну, вообще было классно. В советские времена. При Украине все это. Сейчас, да, сейчас опять все возрождается. Сейчас будет классно. Вот. Поэтому, друзья, я настоятельно вам рекомендую. Потому что если вы сюда приедете в плохом настроении, подумать, что вам здесь... Нет. Сюда хорошо переезжать. И в плохом состоянии хорошо переезжать с пачкой, лучше вот такой пачкой денег. Да. И желательно рублей. Вот, да. Хотя нет, в рублях. Сейчас же в рублях. Сейчас же все. Доллар. А какая доллар у тебя была фраза, когда мы сюда переезжали? Лучше быть в теплом, чем таким же в холодном регионе. Значит, а, да, нет. Было. Лучше быть... Нет, не лучше быть. А... Лучше быть в тепле бедным, чем в холоде, тоже бедным. Что-то такое было.
А мы как переезжали, я же вам уже говорю, то есть мы были в полной жопе. Причем мы когда сюда переехали, я чуть не договорил. Мы когда сюда переехали, купили этот дом, мы не знали, чем будем заниматься вообще. Она уже 2 года как не работала в прокуратуре. 4. 4? 4. Так. У ней 16 лет стажа, у ней до пенсии 4 года не дошло. Но молодой муж ей запретил, в общем, туда ходить. Ну, так получилось. Ладно. Ну, но зато она воплотила свою мечту жизни с детства. Она хотела быть фермершей, она получила вот так там, вот, что больше сделано. Не хочет. Вот она там полностью подфермерилась. Вот, приезжали сюда, и мы не знали, чем будем заниматься. Реально. Потому что на собаку зарабатывать денег практически невозможно. Вот, тем более в моем ситуации там и так далее. И вот то, что я чем я занимаюсь, оно пошло, вот как-то, ну, идет. И все, кстати, все вот это идет только из одной мысли. Я делаю все, что я делаю для вот, ну, вот у себя, вот для, по бизнесу, я делаю для вас. Это самая главная моя задача. Потому что мечты должны сбываться, это не прикол мой. Я действительно, что я не сказал, что у нас мечта сбылась переехать. Я всегда говорю, что у нас мечта сбывается. Поэтому про депрессию аккуратно, Андрей. Ну, для меня это просто сейчас триггер. Хотя меня учат, кстати. Меня учат не самое на как-то. Ладно, уже все, заболтываюсь. Важно. Это не имеет отношения. Имеет. Ну ладно. Так, покажите аквариум в стене, который обещали сделать. Нет, аквариум мы хотели сделать в детской. В нашей спальне, в детской. Мы ни хрена не сделали. У нас из всего ремонта дома, пока только кухня. Мы планируем продолжать ремонт. Сделаем аквариум, естественно, покажем, если вдруг. В новом доме. Но, скорее всего, это будет в новом доме. В новом доме. Этот дом мы, скорее всего, дальше уродовать, может, и не будем. Скорее всего, если сейчас все у меня наладится, все будет нормально. Если я прекращу столько денег вливать в сторонние бизнесы, немножко сэкономлю и там чуть-чуть кредитанемся. Сейчас мы просто не можем кредитануться всего лишь на 4,5 миллиона. Всего лишь. Нам надо найти. Даже 4, по большому счету. В кредит. То есть нам надо на пару лет. За пару лет мы спокойно в лайт-режиме отдадим. В не лайт-режиме за полгода отдадим эти деньги. Это тоже не проблема. Ужас какой-то. Но это в не лайт-режиме. Просто вот. Мы купим себе дом. Нет, мы просто купим себе дом. И вот этот дом продадим. Вот. Я думаю, что кому-то из моих зрителей, в том числе моих подписчиков, этот дом пригодится. Кто хочет жить на хуторе. Фактически, что когда у тебя соседей нет, когда ты живешь один, когда у тебя огромное количество земли, а еще если у вас есть и собаки, если вы этим развлекаетесь, то это будет вообще счастье. Если нет, спилите просто. Они все из металла, вольеры. Просто спилите их нафиг и уберете. Никаких проблем. И мешать вам не будет. Там, а там уже, кстати, на выгульной площадке, там хороший сад уже посажен. Еще и дополнительно, потому что я специально посадил деревья. Там абрикосы классные, прям шикарные абрикосы там посажены, которые, чтобы у меня тень создавать для собак. Вот, поэтому уберете просто вольеры и будет классно. Вот, поэтому я думаю, что и аквариум, и все остальное покажем уже в новом доме. Так. Елена, Ярослав. Вы не договорили, как покупали дом. Назначили встречу в 8.00 и дальше. Ну, приехал. А, да, ну вот, так нет, ну я зачем? Первый день продолжим. Я приехал. Давайте продолжим. Да, меня сбили, как обычно. Давайте продолжим. Хорошо. Виновата жена. Да, виновата жена. А, первый день я приехал сюда, посмотрел дом, и на следующий день жена всю ночь работала. Она сделала первый свой в жизни. А, не первую, уже, наверное. Не первую, уже не первую. ДКП не первую, она первая. Первый на наш дом в Казани. Нет, не было ДКП. ДКП. Было. Да. Было, там было по ДКП. Там точно было по ДКП. Ну, хорошо. Там нужно было по ДКП для мат этих всех дел. Гараж продал. В общем, она подготовила ДКП, где надо было все, ну, предварительный договор, задатка, где надо было все ручками вписывать. Я сидел здесь. Я на следующий день также к 8 приехал. И ручкой все писал. Но так как в Крыму невозможно прийти в МФЦ и в этот же день зарегистрировать, как на материке, то есть вот берешь талончик, сидишь там через 2 часа, там через полчаса, у тебя очередь подходит, ни хрена, здесь в лучшем случае на следующий день. Вот. У нас там получилось дня через 4 или через 5. И я вот эти там 3-4 дня просидел в гостинице другой. Вот. Я вам показывал недавно ролик, скидывал, там как раз про эту гостиницу было. Кстати, классная гостиница, и дорогая, там 2000 рублей всего стоило ночь. Это по тем временам, да и по, ну, это вообще хорошая цена. Вот, и даже фактически ты в коттедже живешь. Вот. Я там прожил, а потом вот приехал
в МФЦ, который мы выбрали, зарегистрировали дом, все классно. И, а дальше прикол. Я в этом доме по факту был один раз до того, как я сюда приехал 9 февраля. Получилось так, что я вот, когда первый раз приехал посмотреть, я его посмотрел, все. А, нет, на следующий день тоже я приехал. Вот мы все записали, и больше я внутри этого дома появился здесь только 9 числа. Потому что 1 числа, когда мы все зарегистрировали, причем жена не видела даже фотографии. Вообще, даже объявление не смотрела. Вот. Она не видела никаких фотографий, она ничего не видела. Она узнала, как этот дом выглядит, когда я уже туда переехал сам. Я уже тут вот это. И я ей просто уже сделал этот рум, как он там, вот этот вот, который ходит по дому. Вот, вам так и не показал. Ну вот. Я 1 числа, мы все зарегистрировали, так как там еще неделю будет документы лежать в МФЦ. Я сел в машину и поехал в Казань. Потому что в Казань мне надо было отправить щенка тибетского мастифа в Челябинск. Мне надо было, там тоже люди прилетали на самолете, мне надо было продать дом наш казанский как раз по ПДКП. Мы как раз ПДКП там подписывали, вот это все. Там вот это все. Но я когда приехал в Казань, я увидел этот снег, я увидел этот мороз. Я вот ходил около жены. Вот, я приехал, получается, 3-го. 1-го уехал, и, наверное, 1-го. Там снег нападал. Либо 2-го ночью, но, скорее всего, где-то 3-го. 3-го я приехал. Я к жене, вот вокруг нее ходил, говорю, жена, отпусти меня. Не могу, мне реально истерика. Меня вот так вот трясло. Правда. Я, причем, знаю несколько своих заказчиков, которые то же самое было, когда они вот в Крым приезжали, потом им надо было уехать к себе туда, либо дом продать, либо там еще пожить полгодика. Вот они мне пишут, говорят, Ярослав, трясет, прям не могу, хочу в Крым, прям трясет, реально, когда уже вот все, уже Крым твой. Вот, а меня прям трясет, и все, я говорю, жена, отпусти, я не могу, я с ума схожу. И вот она меня 7 числа, говорит, все, езжай. Я вот тогда нашу большую машину, вот, взял бетономешалку, которая вот у вас периодически попадала в кадр. В общем, весь инструмент. Я туда загрузил весь инструмент. Спать там было негде. У меня был, причем, впереди себя. Я собаку даже взять с собой не взял. Ну, кстати, зря. Надо было собаку взять все-таки с собой. Ну, собаку не взял, потому что там по большому счету места не было. Я спал в этот раз на водительском сиденье, потому что рядом сиденье было тоже завалено все. У меня было, в общем, вот все, что там можно, все было завалено. Вот, именно инструментом, потому что я знал, что я сюда еду работать, мне надо будет построить то, все, 5-10. Вот, ну, самое главное, собакам, потому что надо было подготовиться к их приезду. Вот, так что с 9 числа до, получается, конца октября 23 года, с 9 февраля 22 года, по там 20 числа октября 23 года, я каждую ночь ночевал в Крыму. У себя в доме. Каждую ночь. Они там ездили на Черное море, отдыхали, там неделю жили, потом по больницам шлялись, там туда-сюда, она с детьми лежала, там сама снимает. Я каждую ночь. Я мог выезжать, я 2 раза, кажется, выезжал один раз в Анапу, один раз в Темрюк. Или 2 раза мы в Темрюк ездили. Вот, за тиньковскими карточками. Он возвращался, и ночевал я всегда здесь. А вот тут, да. Ну, а потом меня вы уже, кто следит, знаете, меня там понесло, там еще на учебу, я там, уху, каждую неделю в Москву. Самолетов-то нет. На поезде, ой, накатался. Ну, вообще нет, переезд, наш переезд в Крым, это настолько, ну, как сказать-то. Внукам будем, есть что вспомнить. Это однозначно есть что вспомнить. Я на таком уровне захерил, наверное, только когда в Чечню в 95-м году ездили мы на целый месяц с Олежкой, как журналисты. Это еще первая чеченская была война. И мы, причем, мы ездили без аккредитации. Это было вообще, это ужас. А мы проехали весь ДАК, воюющий, ну, Дагестан, и всю Чечню, Ханкала. Ну, кто разбирается, понимает. То есть в Ханкала, мы жили в Ханкале, там, ну, там много чего было. Ханкала – это Грозная военная часть, около Грозного. Да. Чего это? Ну, возьмем кусочек, да съешь. Да. Так можно было? Там где-нибудь. Это вы меня отвлекаете. Я даже детей, видишь, выгнал. Ярослав, планирую купить дом в сентябре. Когда стоит задуматься о покупке? Сейчас или ближе к лету? Спасибо. Сейчас. Прямо сейчас берете, покупаете. Ну, смотрите как. Планирую купить. А, если денег сейчас нет, а будут только в сентябре, ну, тогда подходите 15 августа. Подходите. Да. Но сразу скажу, цены будут отличаться от нынешних минимум 2 раза. При любом вашем бюджете. Ну, нет, если у вас бюджет 10 миллионов долларов, то не в 2 раза.
процентов на 20, на 25. А если СВО, дай бог, СВО к этому времени закончится, тогда вы просто не купите. Тогда никто не купит. Тогда будет беда просто. Ну, реально беда. Тогда, я думаю, рынок здесь встанет на год. Потому что крымчане не дураки. Они понимают, как только первый самолет приземляется, они цены в космос. Реально так. Раз ушли в космос. Москвичи, продавая свои трехкомнатные квартиры внутри Садового кольца, понимают, что они здесь купят дома, которые я сейчас показываю, за 2-3 миллиона. От моря далеко. Они такие охреневшие, ходят, ругают всех крымчан. Хотя сами в Москве спекулируют свои недвижки настолько охренели, что просто там будет ужас. Вот. Они сейчас уже москвичи хренососят крымчан. О, так дорого. Ну, так у вас же дешево, ё-моё. Я же могу пойти и позволить себе купить. Он говорит, дети, у меня сейчас два сына живут в Питере. Я прям могу пойти купить в Питере квартиру. Ага, сейчас. Вот. Поэтому... Если вы можете, если у вас деньги есть сейчас, покупать, давайте купим сейчас. Вы можете сюда не приезжать, у нас вот прям сегодня, я же писал в телеграм-канале, сегодня Наиля открыла два текущих счета, ну, это которые будущие экскроу-счета, готовится к открытию, то есть там все открывается, текущие счета, потом туда перечисляются деньги, уже с текущего счета она по доверенности уже закидывает на экскроу-счет в день сделки. А вот, то есть сегодня два было, один она открыла текущий счет по участку. Я вам показывал недавно участки. Вот, ну, тот участок не попал на видео, поэтому не надейтесь. Его, кстати, сняли уже с объявлением. И по дому тоже. Вот. Дом тоже вы не найдете. Этот дом я для себя готовил. Ну, не совсем для себя, но просто я хотел на нем денег заработать. А вот я хотел его купить сейчас, а продать когда-нибудь. Дом, самый классный этому дому, он каменный. Он реально каменный, но ему в 30-м году будет 100 лет. Классный, он классный. Маленький, но классный домик. Я вам показывал. Показывал я вам на канале. Но вы сейчас не вспомните, потому что я показываю очень много домов. Так. Поэтому, если вы можете, вообще, вот все, кто меня смотрит, друзья, если у вас сейчас есть деньги, сейчас, приходите ко мне на договор. Да, мы стоим дорого. Ну, хотя она, кстати, недорого. Но есть подбор у нее, там есть дешевые. Но я тут до меня дошло недавно. И ко мне обращается человек. Говорит, Ярослав, а можно подобрать мне дом? Я говорю, ну, почему нет? Давай посмотрим туда-сюда. Я говорю, ну, вам это будет стоить минимально 200 тысяч. Ну, потому что там ЮБК, надо участок на ЮБК, вот это все. Он, ну, так это, ну, видно, что ему дорого. Так это, ну, то есть он думает, что ему дорого. Я, дурак-то, ему фразу-то не сказал правильно, что вообще-то, ребят, вы оцениваете, вообще ищете себе подрядчика и так далее по цене или по мозгам. Я почему еще говорю по отзывам, ребят, напишите, сделайте мне отзыв, вот мои заказчики, сделайте мне, пожалуйста, отзывы, вот так вот, просто отснимите, вот. Просто выскажите, как вы со мной работали. Удобно было со мной работать, неудобно, как, что, как, вот, ну, про меня просто тоже отзывы. Скажите. Да, про нее тоже скажите. Я тоже Ярослав. Фроловы классные, Ярослав, ну так нет, а надо обязательно, чтобы было бы Ярослав прозвучало. Да, кстати, это Наиля, жена Ярослава. Вот, и вот так вот, просто вот отснимите мне. Вот. И когда этот человек меня просто берет, скидывает объявление, говорит, вот я вот это хотел купить. Ну, кто со мной работает, знает, я начинаю работать только после того, как выходим на договор, где происходит 50% оплаты туда. Я говорю, ну, вот давайте заполнить опросник туда. Но сам думаю, дай-ка я смотрю объявление. Хорошее объявление, классное место. Кстати, действительно классное место. 3 миллиона стоит. Написано без торга. Прямо четко. Цена минимальная, торга нет, все. А там видео снято прям как я снимаю. Прям вот один в один. Оно причем смонтировано. Ну, помните, да? То есть, этот подъезд до участка, потом проход по участку. Вот прям как я снимаю, прям один в один. То есть, видно, что это с моих роликов взято. Потому что люди снимают, когда не по мне, то есть, когда сами снимают, они без монтажа это делают. А тут прям, ну, я пишу, говорю, здравствуйте, Ярослав Фролов, вы, скорее всего, меня знаете, потому что снято прям, моими руками снято практически. Туда-сюда. Слушайте, у меня сейчас есть заказчик. Я представился, говорю, вот да-да-да, сейчас есть заказчик. Не будете ли вы так любезны сделать скидочку? У нас бюджет до 800. В объявлении стоит не с рынка. Мне делают эту скидку. И я понимаю, что заказчик, если он сейчас ко мне придет с заказчиком, он уже заработал 50 тысяч. Ему эту скидку не дадут. Мне дали. И он уже, он не просто меня на халяву будет иметь. Военное слово. Но я буду работать для него бесплатно. Да?
но и он еще и заработает. Потому что он этот участок купит за 3 миллиона. А через меня он купит за 2700, плюс на меня потратит 200 тысяч, ну, это на ЮБК, и на удаленная сделка плюс юридические услуги еще 45. 245 тысяч он зарабатывает 55 тысяч. Плюсом. Нормальный бизнес. Это не у всех, сразу говорю. Это далеко не у всех. То есть такое бывает у каждого четвертого, пятого заказчика. У меня заказчики это знают. Там... А, нет, там поменьше будет, потому что я с этих 300 тысяч еще получу. Нет, он потеряет немножко денег. Потеряет. Сейчас что-то мне дошло, потому что он 25% мне отдаст. Потеряет немножко денег. 75 тысяч. Да, он 20... он... я ему обойдусь 25 тысяч рублей. Но не меньше. Нет, не 25, 3 20, 20, 20. Но не 3 миллиона, 240 тысяч. Нет, нет. Ну да, 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 да. То есть он, ну, то есть не 2, не 245 она отдаст, а отдаст 20 тысяч. Все, за всю работу. Вот. Но просто имейте в виду, когда вы слышите от меня достаточно большие глобальные суммы, эти суммы еще стоят не только потому, что я такой жадный, скотина такая нехорошая, конечно, я жадный, как и все мы люди, вы что, не жадные, что ли, жадные такие же. Вот. Но не из-за этого. Чем дешевле у нас идут подборы, тем больше сбоев, тем больше приходится, ну, в общем, тем более несерьезно вы же сами относитесь к этой сделке. Реально. Вам кажется, что нет, я это вижу. У нас очень много заказчиков, и я это вижу. Нам просто прямо сюда пишут. Уже в Телеграм пишут. Поэтому, если вы сейчас приходите, приходите сейчас на договор, только понимая, что не надо искать по низу рынка, пожалуйста. Я 14 человеком в этом году уже отказал. Я реально отказал, я не пошел с ними на договор, потому что люди ищут в наглую ниже нижнего. Я говорю, это невозможно. Нету, мы нашли. Удачи. Я говорю, хорошо, удачи, без меня. Если обламывается. Потому что я всегда говорю, мы берем бюджет посередине рынка, я очень постараюсь найти такое и так, чтобы вам это обошлось как можно дешевле. Но заходить изначально ниже нижнего рынка и вот при очень таких вот маленьком ареале я не буду. Вот. Поэтому приходите, поговорим. Так, о работе все-таки не хотел сегодня на работе говорить. Так, с двухлетием тебя. Да, мы два года назад этот дом купили. Где вы купили дом? В каком районе? Мы купили в центре Крыма. Мы всех заказчиков просим не говорить, где кто знает, кто вдруг знает, где мы купили. Не надо. Пожалуйста, не говорите, где мы купили, нигде и никогда. Не надо. Есть несколько моментов. Первое. То, что я ненавижу сумасшедших, которые у нас было в Казани такое. Я же блогер все-таки, так или иначе. И у нас в Казани было, когда реально, вот ты смотришь, у меня камеры везде висят, и здесь висят. И я смотрю по камерам, приезжают люди, ставятся на машину, подходят, берут телефон вот так, включают камеру, вот так вот снимают над забором. Как мы там живем? В трусах ходим, вот это все. Нахера это надо? Не надо. А там просто была беда в том, что меня просто Яндекс взял, пометил этот питомник собак Russian Dog, прям мой дом пометил. И реально люди подъезжают, там, мы подъехали, кто такие? Вы же заранее сознаешь? Нет, мы просто подъехали собачек посмотреть там или что-то. Поэтому, кто знает, где я живу, не говорите никогда об этом. Ну, и есть второй нюанс. Я в миротворце. Вот, поэтому с точки зрения безопасности моей семьи тоже не надо. Не надо. Вот, то, имейте совесть. Мы в центре Крыма. Мы далеко от моря. Ну, здесь море близко. Здесь море со всех сторон. Но у нас две машины. Ну, сейчас пока одна. Как одна вы ездите на Волгу, на озера. Да, у нас быстрее отдыхать. У нас Черное море. Кстати, прикол, и Азовское тоже. Прикол. Здесь езда, вот поездка здесь на машине, она... морально-физически для башки она легче ехать за рулем, здесь легче, проще почему-то, чем ездить вот в Казани. Я ездил. Светофоров. Я тоже в Казани ездил очень много, то есть у меня тоже пробеги там большие были, там по 200-300 километров я мог в день проезжать по городу, там, когда в город уеду, в Казань, там туда. Но здесь мне легче значительно морально вот это вот, ну, я сердечко. Не знаю, здесь легче. Муж отнял телефон, не дает мне. Так, привет из Воронежа, привет. Привет, Елена из Воронежа. Так, Елена Бутенко. Съездить на пляж после морского, если ехать от морского вдоль моря, дикие пляжи с палатками увидите. Мелкая галька, очень чистое море, никакой цивилизации, море сразу. Я знаю. Я в этом году там мимо проехал, там, ну, мягко сказать, встать было негде, ногами, не то что на машине. Я же немного езжу, особенно летом по ЮБК. Заказов много приходит. Я там еду. Я вот в обычное время, я не знал, что она в палатках ставится. Я думаю, потому что я всегда думаю, а что тут такое? Столько места туда-сюда. А тут проехал.
Там все в палатках, вот все вообще. Прям на пляже, что ли? Да. Ну, это где морское, помнишь морское, где мы купались, черный пляж? Да. Вот. На нем стоят палатки, вот автодома, поля. И вот если ехать со стороны Алушты, не доезжая Нево, тоже огромное там есть место, где вот прямо тут, прямо около моря, прямо на пляже стоят машины, автодома там. Не, молодцы, классно. Причем это специально для них, то есть это не запрещено. Я хочу автодом. Да. Нахер не надо. Хочу. Для Крыма смысла нет. Вот съездить. Это в Европу ездить, да? Нет, не хочу. У тебя палатка есть большая. Нет, ее надо разбирать, а это готово уже. Хочу. Вот, так. Вот что я хочу. Кофе. Можно потише немного. Тебя заблокируют, что ли? Кофе. Давай. Давай заблокируем. Не так нажал, вот так. Давай заблокируем. Заблокировать пользователя. Вот. Пока. Я не злой, друзья. Но... Ну, мне нравится. А зачем приходить? Ну, помолчи. Ну, не нравится, выйди. Ярослав, приветствуй. Еленскому. Приветствую. Так, стал. Ярослав, хочу весной продать мамин дом с большим участком в Феодосии. Можно будет к вам обратиться? Обратиться можно, но продажами я принципиально не буду заниматься. Все. Я прекратил баловаться продажами. Но обратитесь до того, как вы подадите. Ну, или как только разместите объявление на Авито, сразу же мне его перешлите. Возможно, у меня в этот момент будет заказчик, мы у вас его сразу заберем. Ну, поторгуемся, конечно, причем очень хорошо поторгуемся. И заберем его чуть ниже среднего рынка, ну или где-то по низу рынка. Но заберем зато быстро, за деньги, без всяких там сертификатов и так далее, так далее. Да. Все мои покупатели, кто меня покупал, кстати, из них очень много моих подписчиков, они становятся подписчиками, они знают, то есть, когда я прихожу и, ну, говорю, уступите, вот столько тут уступите, и, скорее всего, мы у вас возьмем. Есть люди, которые не уступают. Вот реально, они берут просто, вот и не уступают. Ну, ладно, мы с ними продолжаем общаться с другим заказчиком, с другим. Есть с кем я общаюсь уже год. Есть такие. Я говорю, ну, скиньте, наконец-то. Ну, скиньте. Просто скиньте вот до той суммы, которую я вам говорю. Нет, мы и так уже мало продаем. Я говорю, эта сумма у вас стоит год. Второй год стоит. Я говорю, вы сейчас прям скиньте, и мы вас его заберем. Нет. Я говорю, ну, как хотите. Вот я не занимаюсь продажами, все, я принципиально сказал, я не был, так же, как я говорю, помните, под Новый год, я говорю, что квартирой мы займемся, пока я заниматься квартирами, я лично не буду, моя компания будет, да, но это будет позже, когда эта компания вообще родится, вот, это будет не риэлторская компания, продажами домов мы-то, опять-таки, не будет компания заниматься, ну, я нафиг, нет, мы будем, наша задача, красиво сделать так, чтобы мы взяли под себя, ну, весь рынок нет, конечно, но, чтобы мы были рынком по подбору. Это вот моя задача, бизнес-задача, когда вот говоришь подбор дома в Крыму, и вот понимаешь, что это Ярослав Фролов. Вот подбор дома, там Нейля, да, вот тот. Вот подбор дома в Крыму – это Фролова. Все. Ну и есть еще кто-то, кто подбирает. Вот мы идем к этому. У нас и так очень много подборов. Просто я понимаю, что сейчас те, кто с нами мало знаком, нет отзывов, поэтому отзывы пришлите мне. Ну, нет отзывов из-за этого. Люди не понимают. Да, дорого, но зато это сделано. Муа! Мы же помните, да, самое главное, за что мы берем деньги? За то, чтобы мы постараемся сделать все, чтобы вы не ошиблись. А вы не представляете, что творится с заказчиками. Когда особенно там низкие цены идут, еще что-то. Вот сегодня опять у меня 70 договор, там идет залетный дом, прям, ну, залетного. Вот прям вот там херной. Там есть проблемы с недвижкой. Нет, Ярослав, там все нормально, позвонили в Росреестр, сказали, что все нормально. Я говорю, да, по звонку, да. Но когда вы туда отдадите документы, ответственное лицо, вот, ну, там просто определенная ситуация, нет собственности на один из объектов недвижимости. Вот. Просто будет приостановка сделки. Ладно, не туда я. Поэтому сталк, обращайтесь, но не для продажи, просто, может быть, у меня будет заказчик, и мы вам поможем его продать. Я бы очень хотел отснять. Но уехала в Питер. Как приеду, сниму, и не только какой купила, но и как его переделаю. Снимите из Питера. Вот, в Питере, где бы вы находились? Если вы завтра собираетесь в центр Питера, вдруг, на площадь, господи, как она там... Дворцовый. Да, на Дворцовый площадь. Ну, неважно. Вообще, конечно, желательно, чтобы это был узнаваемый Питер, чтобы за вами что-то ставить. И просто отснимите там, где вы находитесь. Не обязательно в Крыму снимать.
Потом второй, когда приедет сюда с ремонтом, да, вы меня можете вообще позвать, кстати. Да, то есть, да, кстати, можете меня из моих заказчиков, кто здесь живет, можете позвать, я сделаю с вами сюжет. С удовольствием, с огромным моим удовольствием. Это будет интересно моим, я же блогер, вы же сами скажете, что я был блогером. Это очень интересно моим заказчикам, ой, этих, господи, заказчики, плевать, тут не о заказчиках дело, а интересно подписчикам. Очень интересно, потому что мне будет очень интересно пообщаться с вами на камеру. Потому что одно дело, мы с вами вот так общаемся, а другое дело, когда я поставлю камеру, когда повешу микрофоны. Особенно, если смогу еще к тому времени купить нормальные микрофоны. Так. Работать с вами одно удовольствие. Я получила докинодом на свой день рождения 3 января. Спасибо большое. Напиши, вот сделайте видео, просто вертикальное видео сделайте. Да, потому что мне надо на сайт повесить налог-контор, мне надо там, сям, потому что людям надо показать, что у нас, что, ну, я не кто-то такой, который делает там один договор в год, да, а что у меня закончился этот год 76-м или 75-м договором номером. 75. Вот тот год. До этого года у меня закончился 50-м, что ли, номер. Вот в этом году, да, в этом году только один договор, да. Ну, я психанул, и я реально отказываю людям. Ну и плюс почему-то действительно стоит рынок, да. Вот. Мы от этого сильно не страдаем, потому что, я говорю, у нас есть другие формы заработка. Но я боюсь, что как бы вы не страдали от этого. Потому что я вижу, что за вот этот месяц, там, ну, грубо говоря, с 20 декабря по 20 января, здесь подорожало то, в чем я в основном работаю, то есть эконом и такой средненький комфорт-сегмент, оно подорожало на 30%. Просто так, с нихера. Вот просто так. Да. То есть, кто не решился купить в декабре, собирается купить в феврале, они переплатят где-то чуть не половину стоимости. В декабре это стоило, там, грубо говоря, на миллион дешевле. Сейчас это можно было за 2 купить, сейчас за 3 купить. И то хорошо, если получится. И цены будут расти дальше. Ярослав, Наиля, с праздником, вы большие молодцы. Спасибо огромное. Я очень сильно хочу, чтобы у вас и вашей семьи все было хорошо. Это сумасшедшая игорька. Я понял, кто это. Ну, да, Жан-Жан. Да. Я специально вас по имени называю. Люди покупают с небольшого старых домов, на них, может, сказку сделать. Так, что-то у меня тут не становилось. Так. Жак Хищный согласен. Юлия К. Мы тоже с мужем бредим Феодосию уже второй год, но, к сожалению, пока не позволяет финансы. Сейчас послушала ваш рассказ про перевес, и снова появилась какая-то надежда. Надеюсь, наша мечта. Юлия. Знаете, я до сих пор мечтаю купить дом в Гурзуфе. Причем я не хочу его строить, потому что я лентяй. Я хочу купить готовый новый дом квадратов под 350. Нормальный, скромный, маленький скромный домик, где у меня будет внутри дома моя, там целый этаж. Я, кстати, в изобильном такой домик. Я вам, кстати, показывал такой дом с лодкой. Я не помню, вошел у меня на канал, но это был, наверное, год назад. Вот там 3 этажа, и вот там клево, там 3-й этаж, например, я бы взял себе бы под эту самую, под студию, под кабинет. Там нормально все. Вот я с удовольствием бы такой в Грузуфе, я бы такой домик себе купил, плюс земельки хотя бы полгектара, хотя бы, чтобы соседи были чуть подальше, чтобы мои собаки мне мешали и так далее. А лучше вообще отдельно стоящие, чтобы вот был вот этот. У меня как-то у заказчика как был, да, за 20 миллионов, он, кажется, забрал все-таки в итоге 48 соток, и где соседей вообще, в принципе, нет. А вот там клево все. Там подъезд, ну, как мы любим, там по полям, по лугам проезд, ну, у нас 2 внедорожника, и сейчас, дай бог, когда-нибудь третий появится, так что все будет нормально. А вот, ну, я же себе на полтинник хочу хаммер подарить. Второй огромный этот хрень, который. Вот. А за булочками я на своем ВАЗике ездить не могу. За кем? За булочками. За булочками, да. Ну да, теперь у тебя выбора нет, беленькую ты продали. Да не в этом дело, значит, дома сидим. Я к чему это все, Юль? Я к тому, что вы говорите, что Феодосия, а если не Феодосия, то все, мечта не сбылась. Ну, возьмите в Кировском. Будет в 2-3 раза дешевле. Если именно Феодосию вы рассматриваете внутри города, там, ну, там меньше, наверное, 8-12 миллионов нормальный дом. Не коттедж, просто обычный нормальный дом не купишь. А в Кировском за 6-7 можно купить уже домик. Хороший домик такой, ну, деревенский, но заходи, живи, то есть, например, с газовым отоплением, все дела, то есть все хорошо. Это Кировское, это ПГТ. Вот, обращайтесь, поговорим. Я к чему?
Или можно еще немножко дальше, или немножко в сторону взять. Там где-то что-то можно за 4 миллиона где-то найти, 4,5 нормальный домик найти. Машины есть. Тяжело, тяжело, но можно найти. В Крыму очень хорошо ходит общественный транспорт. Очень хорошо ходит. Поэтому даже, не беспокойся. Ну, нет, но тут видишь как, тут покупают ведь. Сказать очень, ужасно. Очень многие людей покупают, видишь ли как, из расчета, что на пенсию. А на пенсию ты машинку-то особо не поводишь. Причем еще не обязательно из-за здоровья, но еще иногда из-за денег. Да. Твою машинку заправить, да? Ты сегодня заправилась на почти 4 тысячи. И что? А есть маленькие машины? Твои поездки на этой машинке это на 2-3 дня максимум. Через пару дней ты опять столько же заправишь. Там, ну, может, через 3 дня. Ну, не 3 дня календарных, а 3 раза поездок. Ну, здесь, поэтому да. Люди поэтому... Через центр спокойно ездят на электричку. Поэтому я смотрю... Нет, автобусы ходят хорошо. Я смотрю именно по автобусам. Мне то, что у меня был несколько заказчиков, что сказали, у меня машины не будет, но я хочу кататься. Я хочу на море ездить. Проблемы. Я познакомился, оказывается, в Крыму очень хорошо ходит вообще трассу. Сам не ездил. Нафиг. Вот, а что такого? Не надо. У меня надо. Мой ребенок любит на машинке. Автобус. Мне сейчас мою серенькую, дай бог, отдадут, и я буду вообще счастлив полностью. Потому что я уже соскучился. Скоро полгода будет, как 4 месяца, да, уже? Черненькая 7 месяцев у нас стояла, сейчас серенькая. Ну и там же, конечно, там все закуплено. Он мне подарил, я же лежала в больнице на день рождения. Ярослав меня там, типа, жена, выходи. Я отпросила еще врачей, день рождения все-таки, да, вот он меня повез день рождения отмечать. Отвез первым делом в автосервис, сказал, вот, жена. Вот это то, что уже 5 месяцев стоит, это твое. Через 2,5 месяца ей доделали. Ну, правда, да, бампер до сих пор красит. Но он сказал, сейчас теплее станет, покрасит. У нас в феврале же все, уже лето начинается. Ну, кстати, кто вдруг не знает, у нас в феврале сажает картошку. А ты видел, здесь растет, цветет одуванчик? Да. Я сегодня видел цветущие кактусы. Но они, походу, делали просто замерзли цветущие. Но реально кактусы с красными цветками. Апунция. Это уже ягодки какие-то у них. Их можно в варенье поэтому делать. Поэтому, Юль, подумайте по поводу. Потому что, может быть, все-таки не жар-птицу сразу. А вообще, у меня есть часть заказчиков, которые покупают, это был прикол, что несколько человек так купили. Денег на нормальный дом не хватало. И они понимают, что сейчас еще пока не будут переезжать, там через 2-3-5 лет будут переезжать. Они покупали 2-3 участка. Один участок, прям где бы они хотели дом себе построить. А остальные участки, Ярослав, слушай, а где это больше всего дорожает? Инвестиционные. Мы этот, говорит, вот здесь будем строиться на деньги, которые выручим с продажи этих участков. А участки, блин, после кошки у меня нос чешется. Да. Тут кошка же побегала. Ай, пушистая. Вот, поэтому подумайте об этом. Подходите, поговорим. Приходите на договор. Я не из-за того, что вот, чтобы много с вас денег заработать, еще что-то. Я из-за того, что просто ваши мечты обломятся со временем. Чем дольше вы будете ждать, тем больше они обломятся. Чего? Да, мечты должны сбываться. Да, да. Да. Привет из Ростова-на-Дону. Да, это Юля как раз. Так, с праздником. Спасибо огромное. Лора Бондаренко. Ура, все классно. Иван Письменный. Добрый вечер. Добрый. Непонятно, кто. Люди думают, что будут счастливы, если переедут в другие места. Ангел. Поехал. А, вот люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается, куда бы ни поехал, ты берешь с собой себя. Ну, вот мы брали себя, мы счастливы. Да? Мы счастливы, все хорошо. Но весь вопрос в другом, что я могу как вот человек, который обучается на психолога, ну, честно говоря, я этой фигней страдаю эту всю жизнь, вот, и людям помогаю много очень, вот, и очень давно. И бултологии своей в том числе, могу сказать, что место, иногда перемена места, даже не иногда, очень часто перемена места жительства или просто работы, там еще чего-то, оно очень сильно помогает в жизни человеку. А в Крыму не надо думать, что здесь все так радужно. Я хочу сделать как-нибудь, стрим не буду делать, я сделаю, наверное, сюжет, который, ну, анти-мой сюжет. Я всегда говорю положительно, а я хочу сделать прям вот чернуху про Крым. Естественно, здесь есть минусы. Естественно, есть очень жесткие минусы. Ужасно. Есть зима. Большие минусы. Здесь много чего есть невеселого, потому что, да, это не рай небесный. Туда мы потом попадем. Здесь надо трудиться, здесь надо все. Здесь у вас может создаваться ложные какие-то впечатления, но здесь просто значительно легче и проще жить. Во всех обстоятельствах. Если вы специалист,
Если вы умеете чинить обувь, вы здесь заработаете денег много. Если вы умеете быть... Вот сейчас мы на Зуме разговаривали, да? Люди говорят, о чем мы будем... Мужики говорят, а на чем я буду зарабатывать? Я говорю, ты гайки крутить умеешь? Умею. Отопление, если что, сможешь смонтировать? Ну, смогу, да. Никогда не делал, научусь. Сантехникой знаком? Конечно, знаком. Муж на час. Все. Не пьющий, нормальный муж на час. 5-6 сделает себе клиентов. Все, потом с руками оторвут. Потом он просто не сможет уже, у него свободного времени не будет, потому что он не пьющий и делает хорошо. Все. Я уже даже задумался сделать агентство мужей на час. Реально, прям агентство. Сделал. Я хороший пиарщик, я хороший маркетолог, я хороший рекламщик. Просто организатор херовый, кстати, да, надо будет исполнительного директора поставить. Но я уже об этом задумался. И все, и будет работа у людей. Все, мужики это делают. С женщинами такая же фигня. У нас переезжают женщины, там около 40-50 лет, которые с руками, с ногами, с мозгами, все хорошо. Какой-то, ну, клининг, да, почему нет? Там что-то сшить очень нужно, здесь такие вещи. Вот такие, вот, и вот это все поднабрать. Да, это не бизнес, сразу не бизнес, но это хороший доход семьи, хороший. Надо понимать, что здесь траты на вот такие, на лайфкосты, да, на вот такие ежемесячные траты меньше, чем на материке. Ну, по крайней мере, больше. Даже просто, что бензин дороже здесь, то электричество подороже, чем вот у нас было в Татарстане, да, там и так далее. Но, чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть. Там был 2,56, здесь в тот момент был 5,60. А здесь еще плюс трехтарифный. В два раза. Нету трехтарифных. Нет, зачем? 800. А, но это никто не использует. Мы по максимуму все берем. Вот, поэтому тут понятно, что вы переводите себя, но поменять место жительства, оно полезно, оно классно. Кстати, друзья, кто на Zoom, с кем мы на Zoom-имся, и ты тоже запомни вот эту мысль. Она мне вот оформилась. Где мой телефон? Она только что оформилась. Реально. Вот про вот именно... Агентство. Да. То есть именно назвать там агентство, сделать это все под видом агентства такого. Ну, это классно. Вначале крымчане будут не верить. Ну, во-первых, сразу же на это поведутся, кто переезжает сюда. Сразу же. Потому что им этого не хватает. Сами крымчане будут заказывать эти услуги. Почему? Потому что здесь, ну, если бы. Я же говорю, здесь бизнес можно делать очень легко и просто. Ты просто делай то, что я пообещал, в те сроки, какие пообещал, в том качестве, который пообещал. Все. Не надо сверх, не надо там вот луну с неба тащить, солнце глотать, там что-то еще. Просто сделай, что обещал. Просто по-человечески. Ты пообещал сделать там кухню собрать за 2 дня. Ты пообещал подключить сантехнику за день. Ты пообещал покрасить полы там весь дом за 3 дня. Сделай в эти сроки. Ты же сам пообещал, тебя никто за язык не тянул. Пообещал, сделай в эти сроки. Да все, тебя будут потом. Одна баба сказала, да, ну вот этот АБ. Но на сарафанном радио ты будешь востребован по полной программе. Я почему говорю, вот мне только вот эта идея, вот она оформилась, она долго вот валялась такая. А идея оформилась, почему нет? И, кстати, это просто я почему об этом говорю, так это усиленно, потому что это одна из мыслей была у меня, чем заниматься, когда переедем сюда. Мы же когда переезжали, никакого бизнеса. Ни о чем там не было. То есть я что умею? Ну, что-то я умею, да? Сантехнику умею делать. Я умею там, ну, домик строить. Сегодня, как мы выбираем. А окна вставлять умею там, да? То есть я умею. Ну, многие вещи такие интересные, я умею делать. Причем то, что может делать один человек. Потому что я свой дом, вот этот огромный дом, 10 на 12, я строил один. Прям с нуля, то есть эти бурубивых сваи, вот это все, я все поднимал сам. Может быть, там было криво-косно, как раз научился, все нормально, теперь опыт есть, хороший опыт. Но все нормально. И вот я думал на этом тоже зарабатывать. Ну, Бог миловал, слава Богу. Все-таки как-то все, пора немножко. То есть, ну, я сделал что угодно, занимаюсь предпринимательством. Все-таки предпринимательские мозги взяли свое. Вот. А если вы не предприниматель, это ничего плохого нет. Это быть предпринимателем – это очень тяжело, реально очень тяжело. Это психически, психологически очень тяжело. Это вот такие качели по деньгам. То есть, то есть, то деньги, то нет. У тебя денег, это вот так вот идет. Вот, поэтому тут... Поэтому, кстати, вот, да, давайте на Zoom встречи следующий буквально день. Завтра обсудим это дело. А почему нет? Так. Люди думают, что будет так, да-да-да. Татьяна, не пишите хрень, кто хочет переехать, тот переедет и будет счастлив. А, ну это ладно, это фигня. Он здесь, вот он здесь, Павел-то, 22-2023.
Ярослав, на Илья, поздравляю вас. Иногда наступает пора, когда стоит открыть новую страничку жизни, сделать это легче в новом месте. Абсолютно согласен. Спасибо еще раз за осуществление нашей мечты. Да, договор, я же говорю. Да, кстати, вот тоже человек, которому я уже напросился, на самое, когда буду рядом с ним, а буквально это произойдет, я надеюсь, на этой неделе даже. Вот, мы договорились, я заранее просто напишу, прозвоню, я заеду, и мы поговорим, потому что человек уже приехал сюда и уже делает классные колбасы. Я еще не пробовал. Приеду, попробую, расскажу вам. Вот он делал классную колбасу, он уже фотографию показал, он собирался, потому что когда они переехали, я им документы привозил, он говорит, чем будете заниматься? Вот колбасой хотим, тросим. Ну, знаете, как бывает, люди переехали, ну вот, хотим и сделаем разные вещи. А это, смотри, уже фотографию мне присылают, вот у нас висит колбаса там, то есть, о, класс, мужик. Это я приеду, отрекламирую с удовольствием, если надо, потому что мне очень нравится, когда люди занимаются, во-первых, то, чем им нравится, профессионально и чем-то своим. Вот люблю таких людей. Предпринимательство, оно же любое может быть. Оно может быть маленькое, может быть огромное, там может быть завод. Ну, кто за мной следил, я в Ростов-то вот ездил, да? Максим, вот кто нас там встречал, шикарный мужик, ну, парень, 42 года. Классный, вот он мужик? Абсолютно классный. Мужик? Но у его компании оборот 5 миллиардов в год. Ну, так, влёг. Нет, это у всех трех. 5 миллиардов. Цель на ближайший год довести до 12-15. Ну, неплохо. Ну, там карьер свой, вы это все видели. Но тоже, кстати, абсолютно адекватный человек. Вот абсолютно. Его на улице встретишь, если он будет уходить не из Мерседеса, а просто из какого-то подъезда. Ну, нормально, просто обычный человек. Вот он никаких понтов там нет, ничего. Это все про предпринимателей. Владимир. Приветствую. Новый Уренгой смотрит. Отличного вечера с приездом в Крым. А где в Крыму живете, город или село? Мы живем в селе, мы живем в сельской местности, в центре Крыма. О, здесь классно, здесь хорошо. У нас гектар земли. У нас, ну, вообще обалденно. София. Добрый вечер, Ярослав и Илья. Судя по тому, как вы одеты, у вас тепло дома. А что у нас дом, конечно, тепло? У нас жарко дом. Честно, у нас дома жарко. У нас дома мы привыкли. Я не знаю, как вот был до того, как это все, но я просто всю жизнь хожу по дому, уж, знаете, в трусах. Вот всю жизнь. Мне надо, чтобы было дома тепло. У нас дома минимально 27,5-28. Не просто босиком. То есть босиком. Я ненавижу тапочки. Она ходит в тапочках, а я ненавижу тапочки. Вот я сейчас сижу, у нас, ну, кто вот видел сегодня, это начало стрима, там вот это все, у нас вот здесь так получилось, что у нас вот здесь плитка выложена, один ряд, 60 сантиметров, и я сижу на плитке сейчас. Она без подогрева, кстати, была моя ошибка, надо было туда греющий кабель закидать. Кстати, это первый, сколько тут их, 4 штуки, да, первые 4 плитки моей жизни. Ноги на теплую линолеум. Моей жизни, первые. И я сижу здесь, она прохладная, но она не холодная, плитка. Хотя там бетонный пол и все. Она прохладная, но не холодная. У нас дома тепло, действительно. Тем более в этом году, слава богу, у нас 380 вольт. Три фазы пришло. У нас сейчас здесь отопление нормально. Ну, как мы обычные эти электрические. Но на кухне поставим. У нас нет. На кухню мы еще не поставили. Отопление? Сейчас поставим. Сейчас вот сюда поставим полкиловаттничек. Поставим, здесь будет тоже жарко. Я хотела сейчас зайти в магазин, вот где эти фитинги покупала. Но бегом-бегом домой. Так. Ага, тетя Наташа. Привет из Казани. С маленьким у вас юбилеем. Ну иди сюда, иди, я тебе покажу. Иди. Ой. Ну да, буду опять. Но все равно нос тру. Она просто беременна, поэтому она тут из кошатника переехала к нам сюда. На, иди, звезда. Вот, смотри, какие у нее. Еще вообще у нее воротник, вообще класс. Так, а у них, потому что там, у них просто в кошатнике где-то порядка плюс 10 градусов, где-то так поддерживают. Там отопление есть, но оно такое. Молодец. Это у нас, смотрите, какая пушистая, вообще обалденная. На. Где? Ты у меня останешься, что ли, здесь жить? Кто бы просто на стриме, те знают, что мы питомник кошек тоже сейчас расформировываем. Вот. Часть уедет обратно. Посмотрим. А часть... Останется у нас. А, иди, все, гуляй. Так. Будете на пару с бучкой ловить крыс. Наталья, здравствуйте. А у вас нет еще одного каменного дома старинного на примете? У нас на примете, смотрите как, еще раз вам скажу. У нас на примете нет ничего вообще. Я не риэлтор, у меня нет каталога.
чтобы со мной работать, чтобы ваша мечта осуществилась в моем исполнении, надо заплатить много денег для вас. Это для вашего, для вашего. Это все началось. Все, начинаю. Ай, блин, да что ж такое-то, кошка? Надо, поймите, надо со мной заключить договор, и я сделаю вам подбор. И мы с вами подберем дом. Может быть, даже я вас заставлю что-то купить. Это грубо сказано, конечно. Конечно, не заставлю, но буду убеждать. У меня с заказчиками предварительно, когда я предварительно еще разговариваю, до оплаты, до всего. Я почти всем говорю, ну, кому не говорю сейчас, скажу потом. Кто-то это слышал с видео моего. Знают такое, что у меня есть... Я со всеми заказчиками договорюсь об одном. То есть, я говорю, если я где-то на просмотре и вижу дом, который стоит этих денег реально, я звоню заказчику, оттуда выхожу, звоню заказчику, говорю, слушайте, прямо сейчас позвоните, у вас в таблице есть номер телефона, позвоните сейчас хозяйке или хозяину, договоритесь минимум сутки, чтобы у вас был сейчас вот, чтобы он никому не продавал. Я вам пока приеду, покажу видео, расскажу все про этот дом, свои впечатления все выскажу. И дальше мы с вами примем решение. И, скорее всего, мы с вами его купим. Я буду его настоятельно рекомендовать. Бывает редко, но бывают такие варианты, когда я прям настаиваю о покупке. Особенно, когда вы идете по низу рынка. Это вообще беда. Я вам могу сказать, в Крыму можно купить дом за 800 тысяч. А дом заходи, живи. Место расположения уже не важно. Но вот у нас сейчас у заказчика 74/2023. Это Белогорский район. За 600 тысяч. Да, там надо будет крышу менять, точно. Но дом крепкий абсолютно. Он абсолютно. Он без... Вот помните, как трещины я показываю, да? Он без трещин вообще. Вот вообще. То есть там надо, да, поменять крышу в одной комнате, половину этого пола. Но печку уже снесли, слава богу, все хорошо. По 200-380, и там будет скоро газ. Все. Что ты? Нямку будешь? Сын пришел. Поэтому приходите. Приходите, пока есть возможность что-то приобрести. Потому что я реально говорю, мечты должны сбываться. Я постараюсь сделать так, чтобы мои, ну, даже, кстати, моим заказчикам, которые вот сейчас к нам пришли на этот подбор, ну, во-первых, кто приходит на подбор домов до 1,5–2 миллионов, у вас вход очень низкий, потому что вы идете через Наилю, и у вас там 75-100 тысяч всего лишь за подбор берется. То есть это очень низкая сейчас цена, специально сделана для таких бюджетов. Вот. И вот, например, моему заказчику, который вот 74-й договор, мы сэкономили 75 тысяч, фактически, кстати, да, он заплатит, он, мой, ну, ее договор по нулям обошелся, потому что я получил скидку 100 тысяч, 25 тысяч мои, 25%, 75 тысяч они сэкономили, то есть полностью ее договор они обнулили, и дальше они оплачивают только юридические услуги, 15 тысяч ее и 30 тысяч удаленная сделка, 45 тысяч, все. Представляете себе подбор дома нашего профессионального, где мы вместе работали с Наилей, где она как юрист работает, как все. Моим заказчикам обошелся вот сейчас, вот обходится, на кого она сегодня открывала текущий счет для эскроу счета, она обходит 45 тысяч всего. То есть это вообще бесплатно. Это не обязательно, что вам повезет, так не обязательно, что будут торговаться, не обязательно, но всякое бывает. Я то, что я чешусь, это все, у меня от кошки. Ничего тут не сделать не могу. У меня жена иногда мне говорит, ты что, как этот, как зелик чешешься? Что ты бухаешь, что ли? Я говорю, ну у меня кошки, блин. Привет, да, привет, все, тетя Наташа, да, привет, скажи. Да договор потом напишешь. У тебя сделка в субботу и в понедельник. У тебя в понедельник, 74-й. Кто там? Кошки. Вон. Рычух начал. Север. Так, Наталья, Ярослав, расскажите про село Лучистое. Вам нравится для жилья там участки провода? Не знаю, нет ли с той части проблем с ней. Вот Лучистое, которое на почти ЮБК, которое около Алушты. А что рассказывать? Ну, Лучистое. Я там очень интересно покатался. Еще тогда на сереньком Мерсе. Слава богу, там подвеска висела, высокая, поднимается на пневме.
ничего, вот, вот серьезно, ничего такого большого там рассказать, чтобы вот совсем-совсем, ну, село, хорошее село. А вода? По воде на ЮБК везде проблемы. Абсолютно везде проблемы. Где-то лучше, где-то хуже, где-то вода очень плохая, где-то вода не сильно плохая. Но я, когда в новых домах там бываю, я вижу, везде кулеры стоят. Из этого делаю вывод, что воду, как мы, из-под крана они не пьют. Мы здесь пьем из-под крана вообще, что без фильтра. Простите, что-то там непонятно звуки. О чем тебе? Непонятно. Скорее всего, бойлер заработал наконец-то. Поэтому я не могу вам еще сейчас про лучистую так конкретно сказать. Никаких. Ну, слава богу, плохого, хорошего, то есть плохого тоже ничего не могу сказать. Значит, все нормально. Можно рассматривать. У меня там из заказчиков два человека только были, и все. Так, Ярослав, Наталья, Ярослав, так это да, Ирина. Вам с Наилей удачи, нравятся ваши передачи. Мы тоже в 22-м году исполнили свою мечту. Удачи вам, спасибо огромное. Так, Гурзуфи. Так, в Гурзуфи, если хотите, дом с участком купить, если только в Краснокаменке. Цены в Гурзуфе, космос, и мы космонавты. Я знаю. Я буквально на днях решил посмотреть, сколько там у вас стоят нормальные участки земли. У меня просто волосы дыбом встали. Кстати, вот говорят, что вот цены не дорожают. Я могу сказать, что год назад, даже какой год, летом, я там делал подбор, у меня был бюджет 40 миллионов, так там сейчас за 40 миллионов мало чего купишь. Нормальные участки, ну, нормальные. Мне сейчас не тряси стол. Бывает. Не тряси камень. Так. В каком районе Крым посоветуете купить дом? Какой у вас бюджет? Все, на этом наш разговор можно поставить на паузу. Почему? Потому что если у вас есть 100 миллионов рублей, то есть около миллиона долларов, то я бы рекомендовал посмотреть, уже присмотреться к ЮБК, к нормальным домам на ЮБК. Если у вас 25-30 миллионов, я бы посоветовал присмотреться на ЮБК, но уже к таким стареньким домам, но в которых можно спокойно жить, сделать ремонтик и можно жить. Если у вас 3 миллиона рублей, не выше Джанкоя. Это уже не важно. Это уже не важно. Море вам не светит. На море вы будете только ездить. Ходить точно не будете нигде. А, ну нет, будете ходить в Раздольном только. Если в Раздольнинском Черноморский район, там можно ходить. Километров 5-7 до моря. Можно попробовать. За 3 миллиона там можно найти даже с газом. Ну, так себе будет домик старенький. Поэтому все зависит от вашего бюджета. Приходите, поговорим. Я говорю, приходите на договор. Почему? Потому что вам только кажется, что... То есть, понимаете, какая штука? Когда вы подбираете себе, когда вы покупаете себе, собираетесь покупать дом за 3-5 миллионов, ну, это небольшая цена. Причем именно до 12-25 миллионов, когда вы себе ищете дома, ну, потому что там после 12 это уже ЮБК, до 12 это не ЮБК. Вот. Когда вы себе вот до 25 миллионов ищете дома, подходите. То, что вы потратите на меня, на подбор там 200-300 тысяч рублей, это не такие большие деньги, вы подумайте, даже при 3 миллионах. Это небольшие деньги, потому что при 3 миллионах надо сделать все, чтобы вы не ошибились. Там, потому что 3 миллиона – это уже настолько убитые, ушатанные дома вообще по всему Крыму. Да, найти можно что-то приличное, но это надо искать очень скрупулезно и не просто искать на вид, как они выглядят, а искать по документам. Мы иногда с вами можем, то есть я иногда советую, у меня есть заказчик, кто так и сделал. То есть мы находим дом, например, бюджет 3,5 миллиона. Мы находим дом за 1 700 000. Он ушатанный, с деревянными рамами, унитаза в доме нет ничего. Но у нас есть еще 2,5 миллиона сверху. Ну, там 2 200, да, получается. А, да, и сколько там, 2 300. Ну, в общем, есть еще вот хорошая сумма сверху. Там 3,5, вот это все. А, я говорю, слушайте, вы же сверху просто скидываете. Вот вы эти деньги наверх закидываете, то есть вы меняете крышу, вы меняете окна, вы ставите забор, вы ставите унитаз, вы ставите, у вас с новым ремонтом. Полностью новые трубы, новое отопление, все новое, новый ремонт, новая крыша, и вы этот дом спокойненько еще 20 лет живете, вот башку не ломаете. Ну, до ближайшего косметического. Ну нет, там косметический каждый, в Крыму косметический каждый год вводят. Мы вот, кстати, прошлым летом не сделали, надо было сделать. Тут каждый год подбеливают, надо просто лет побелить.
Да, потому что кто видит мои видео, видит, тем вот эти окна вставляли, их как-то вставили так, чтобы они облупали. Вот у меня, я сегодня просто снимал для вас вот этот вот, к этому стриму, такой, я потом увидел, это же фотография хорошего качества, и я посмотрел, там весь облупленный прям на доме. Но вы это не увидите, потому что там, кажется, прошло у меня надпись, что живем в Крыму. Вот, но неважно. Я к чему? То есть не бойтесь, не жадничайте. Вот, не то, что не бойтесь, не жадничайте. Приходите, потому что наша задача с Наилей не дать вам ошибиться. Особенно при маленьких бюджетах. Маленький бюджет, опять-таки говорю, до 25 миллионов это маленький бюджет для Крыма. Ну, просто 25 это для ЮБК маленький бюджет. А там вот, ну, во всем остальном нормальном Крыму. Там 10-12 миллионов небольшой бюджет. Ну, грубо говоря, вы в Севастополе домик никакой за 12 миллионов не купите. Ну, можно там ушатанный, да. Можно дачу купить, да, можно. Но дом нет. Мы пытались за 17 миллионов. Настолько был интересный дом, что ну его нафиг. Вот, это было уже давно. Ну, не мы, не себе. Нет, не себе. Я не вижу себя. Вот, честно, да, вот я вот себя не вижу в Севастополе. В принципе, не вижу в Севастополе себя. Я не вижу даже своего офиса в Севастополе. Офис своей компании вижу в Севастополе. Своей компании. Но своего офиса, где бы я работал, я не вижу в Севастополе. Реально. Своего жилья именно в городе Севастополь я не вижу. То есть вот в Симферополе вижу. Да, в Симферополе вижу. Севастополь, он классный. Да. Он хороший город, все классный. Красиво. Он классный, хороший город, но я просто он себя там не вижу. Вот. Суета. Да, суета везде, то есть это нормально. Но вот в Симферополе вижу, да. Симферополь как-то вот он как-то вот... Может, компактнее, может, нет вот этих гор, нет вот этого вот этих вот. Да он в горах стоит, что ты. Не, он, ну нет, там нет вот бухт вот этих вот, да. Это хорошо, конечно. Бухт это приятно, посмотреть на них, но жить, когда тебе надо на Инкерман вот так вот объехать, либо по ручкам, либо. Да ну нахрен, блин! Когда тебе надо в центр проехать, и там узкие вот эти улочки, вот это все. Да ну нахрен! Когда мы едем, там платные стоянки, все заняты, платные. Я вообще офигел. Мы ехали тут, когда мы... Я нашла там, я ехала. На платке. Я ездил на сделку. Я чтобы дойти до сделки, на этот артиллерийской бухты, что ли, там есть, да? Вот там мы в кафешке встречались, подписывали БДКП, чтобы мне туда пойти. Я машину бросил за несколько километров. Я прошел. Да, там километр 3, что ли, я прогулялся, там охренеть. Нет, причем я бросил под знак. Я бросил там, где могли эвакуировать. Платные все забиты, все забито. Вот я где-то под знаком бросил машину. И сказал, ну, думаю, не умею. Я нормально припарковался. Ну, нет, ну, повезло. На бесплатной. Тебе повезло. 400 метров до нотариуса. Так, где у нас это? Так, здравствуйте. Так, Вася. Здравствуйте. Что думаете про село Танковое возле Бахчисарая? Реально ли купить хороший дом за 5 миллионов? Не знаю, честно. Приходите. Потому что я в Танковом был где-то месяца два назад, и с тех пор цены в Крыму просто процентов на 50 выросли. На что-то вообще не выросли. Смотрите как, очень много домов есть. Да ты что ты говоришь, выросли-то? Вон дома, 2 года продаются. Да потому что они поэтому и продаются, что они нахрен кому не нужны, там с документами проблемы. Либо с самими домами проблемы, либо с документами. А хорошие дома, они уходят по хорошим ценам. У меня, знаете, какая штука? У меня тут на днях был заказчик. Ну, не на днях, у меня просто заказчик, мы закончили уже все. 6 миллионов. 6 миллионов дом. Не надо море. Просто в Крыму. Пофиг где. Да вплоть до Джанкойского района. Плевать. 6 миллионов. Нет дома за 6 миллионов. Вот он так каждый день мне говорит. Понимаете? Сидит. Нет дома за 6 миллионов рублей. То есть, ну, мы же мальчики, девочки взрослые. 6 миллионов рублей – это 60 тысяч долларов. Если я все правильно. Ну, я уже как начал, уже как местные считать. Они тоже в долларах все считают. Заразное это. Но это целых 60 тысяч долларов, блин. Это большая сумма. 6 миллионов рублей – это большая сумма. То есть нормальный человек хочет получить нормальный дом. Понятно, не коттедж среднерусской равнины. Понятно, там можно купить коттедж. Здесь не купишь ты за эти деньги коттедж. Но он хочет купить нормальный дом. Ну, квадратов 100. Ну, 85 хотя бы, ладно. 4 комнаты, где 3 минимум из них это отдельные комнаты, то есть спальни, 4-й это зал, и еще дополнительно есть кухня.
где есть баня какая-нибудь, где нормальный подъезд, нормальный этот самый, ну, то есть, то, все сделанный дом, ну, за 6 миллионов. Причем, неважно где, я говорю, там было все равно где. Просто в Крыму. С нормальными документами еще плюс ко всему. Да, я нахожу, вот, классный дом, все классно, блядь, там с документами проблемы. Либо, ну, он в такой заднице стоит, что вот даже вот просто на, в одном селе, почему меня спрашивать, а то в этом селе можно, не можно, в одном и том же селе, на, вот, в одном месте можно покупать, в другом я бы себе не купил. Вот как-то Наиля со мной ездила по подборам, мы участки подбирали. Так вот, по карте, по всему, ну, нормальный участок, все нормально, приезжаешь, а тут коровник стоит. 50 метров от дома коровник, причем не просто коровник, а промышленный коровник. Вонь такая. Мы зимой приехали, а осенью, а летом, кстати, вонище там какая будет. Да. А там участок продают, ИЖСный, все нормально, пожалуйста, покупай, цена хорошая. У меня заказчик чуть не купил, сказал, я тебе куплю. Сейчас. Мы его сразу сбраканули, там все, я его даже когда снимал, прям какашками его обсирал, так говорю, ни в коем случае покупать нельзя, туда-сюда, потому что не дай бог купит. Зачем? Зачем жить напротив коровника? Около кладбища жить нормально в Крыму. Это нормально. Это, кстати, я долго привыкал, то есть вот то, что у людей... Знаете, когда от Щебетовки едешь в курортное, там проезжаешь Щебетовку, где вот храм стоит, и вот когда дальше дорога идет, вот тут кладбище. И тут дома стоят. Прям буквально в 50 метрах кладбище. Оно так еще хорошо стоит на горе, что ты его ничем не скроешь. То есть его видно. Ты прям вот выходишь на работу, с работы, ты каждый день видишь кладбище. Причем оно нормально, то есть там хоронят, до сих пор все хорошо. И так очень много в Крыму, то есть, ну а что делать? Ну, по ЮБК ездишь, там вообще кладбище, там вообще там же нет земли. Там хоронят, я уж вообще не представляю, как там то ли из бетона делают, туда землю накидывают, людей хоронят. Вообще непонятно как. Ну, там же скалы. Ну, вот. Как-то. И в Зуе, по-моему, так же. Или в каком? Мы да нет, нет, везде, не везде. А, в Зуе, да, в Зуе. Ну, в Зуе там, нет, в Зуе там немножко в стороне. А тут прямо ты... Ну, зато ты из Катя очень много, будешь очень видеть. Много кладбищей, которые вот они перед тобой. Так. Когда на горе живешь. Татьяна, суперфутболка. Где такую купить? Хочу в Москве по офису ходить и продолжать мечтать о переезде в Крым. Восхищаюсь вами. 2 года назад побывала с мужем в Крыму, мечтая. Закажите у нас эту футболку. Пока, вот я пока не готов ими заниматься, этими футболками. Это у меня подписчик, Андрей, дизайнер. Он прислал 4 дизайна, потом, видать, ну, сейчас вот просто с работы у него, видать, там что-то много всего навалилось. Потому что он говорит, я тебе еще пришлю, там, потому что с видами уже Крыма, там, со всякими там вот, домами, там, ласковым гнездом, стилизованно все. Вот, но у нас вот 4 вида. Футболку он прислал, мы вот себе по одной их распечатали. У меня уже одну дочку утащила. Говорит, папа, можно их забирать? Я тоже хочу. Вот, они пока эксклюзивно в одном экземпляре. Я еще Андрею не отослал, дизайнер. Вот я ему сел, ему отошлю, а потом уже покажу. Но по себестоимости вот эта футболка у меня 3-4 месяца назад обошлась. 4, да, уже. Она мне 2000 рублей обошлась. С лишним. То, что, ну нет, 8 тысяч они обошлись все вместе, 8400, что ли там. Ну, вот, то есть за 4 футболки. Я пытаюсь сейчас найти, где бы это было подешевле. Ткань хорошая, все, много стирок выдержала, да, но вот я хочу найти, где бы вот был подешевле, и тогда я вам где как-нибудь это предложу. Часть разыграем, часть можете приобрести и там, и так далее. То есть, чуть позже. Шикарная кошка. Кошка обалденная. У меня вообще, у нас же очень много мейн-кунов. Это же все, у меня же у сестры один из крупнейших питомников мейн-кунов – это питомник Уникум. Ну, кто мейн-кунами занимается, Анну Щетинкину знает стопудово, это моя сестра. Вот ему у ней 1,5 года назад, я говорю, слушай, Анютка, у нас тут крысы появились. А у тебя нет там пар старых кошек? Она говорит, а ты же бизнесом, то есть, ну, с деньгами там хреново как-то так периодически бывает. Говорю, слушай, ну, и вот она прислала. Котяточек. Да, и у нас получилось так, что я даже успел уже зарегистрировать питомник кошек Таврида Арт, но не пошло, потому что девочки мне сказали, мы пап, можем мы не будем заниматься? Ну да, потому что продажами надо заниматься, а мне некогда. Реально, я собаки-то вижу, я завязался щенками, потому что продавать некогда. И с кошками тоже. А где поэтому, этот? Поэтому символ? Мы сейчас это дело все завязываем. Но у нас офигенско породистые мейн-куны ходят сейчас по дому, там в кошатнике их очень много, то есть там, ну как много, 5-6 хвостов, 7, да. Так,
Натали, такие вы умнички. Спасибо за всегда добрые ответы. Подробно. Всегда, пожалуйста. Подробно. Подробно. А я уж добрый читаю. Я уж все. Я уж как-то добрый. Александр, спасибо. В частном доме нужна скважина своя 100%, ну и, соответственно, насос для прокачки воды. Зачем? Вот, Александр, вот серьезно спрашиваю, зачем? Я знаю нескольких владельцев больших промышленных теплиц. Ну, здесь уж нет маленьких. Здесь прикарбонатных 3/6 просто я ни разу не видел. Нет, видел один раз. Как раз где-то в Севастополе. Ну, это понаехавшие, видать, поставили москвичи кто-то. А так здесь есть и теплица, это сколько там, 8/40 метров. Представляете? Вот эта тепличка. Поставили у себя на участке. Это не в поле. Это у себя на участке поставили тепличку. Там, три. Вот эта тепличка. И я когда разговариваю с этими людьми, они говорят, я говорю, скважина там, то есть, да, нахрен. Выгодней обычной водой по счетчику. Да, мы платим за воду, но зато это хорошая вода. Никаких проблем. И она всегда есть. А скважину, если бить нормальную скважину, то, ну, во-первых, если узнают, тебя штрафуют на так дорого, что ты просто охренеешь. А если, то есть, ну, это должно быть где-то 100-200 метров, должна быть скважина. Обязательно лицензия. Да, это обязательно лицензия, это обязательно то есть все. То есть, и полное обустройство этой скважины, полное обустройство 3-5 миллионов. Плюс там уже идет санитарно-защитная зона. Да? Нет, у таких нету маленьких. Ну, там, ну, есть, но... Глубоких? Вот. И если вы поставите мелко заглубленную, ну, вот у нас есть. В прошлом году, позапрошлом году, ну, в 22-м году вода была постоянная, в этом году вода была жарко, и вода там кончилась. А грязная пошла и прикончилась. Ну, ты знаешь, там сказали, ее надо там почистить. Ну, вот, там, постоянно чистить, постоянно. Ты, нахрен надо. Да, мне жена сказала, да ну нафиг, и поливала опять-таки по щечку, да и плевать. Ну, отдадим мы за год полива на, там, не, ну, на 3000 рублей больше. Плевать. Вот честно. Обслуживание скважины будет значительно дороже. Поэтому зачем нужна скважина? Если вы говорите про перебои с водой, ну поставьте вы обычную, вот обычный куб. Купите новый куб, да, вот этот, ну, который вот на тонну воды. Вам на семью, там на сколько, на 3-5 дней? Несколько поливов, на 3-5 дней, на поливы, на все вот так хватит. Поставьте этот куб, к нему поставьте водяную станцию, недорогую какую-нибудь, там, 1000 за 10. И все, у вас будет постоянный напор воды в 3 атмосферы, но у вас будет постоянная вода, все, у вас все будет хорошо. Ну, у нас, кстати, в нашем доме плюс, огромный плюс, кто будет покупать этот дом наш, у нас огромнейший плюс. Мы самые последние ветки по воде. И когда у нас вода уже заканчивается, ее уже включают в насосе. Потому что у всех в селе, значит, нет воды уже несколько часов. Ну, нет, во время урагана, да. Но это что тут вся республика сидела без воды, без света, четверо-пятеро суток. А вот обычно, ну, бывает же перебои, там, что-то там, свет выключился там на пару часов, то все, это же первая скважина выключается. И вот у нас вода есть до последнего. А дайте, поставьте еще 2 лайка, будет 100 лайков. 100, да, лайки поставьте лайки. Ну, поставьте лайк, ну, вот этот лайк не поставил, 100 пудов. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Наталья, а сейчас до миллиона нет участка в районе треугольника Симферополь? И Алта-Сивас. Хоть бы даже меньше 600, хоть бы 3-4. Я не знаю. Возможно, есть. Потому что я на днях сунулся. Полтора можно уложиться точно. Полтора. Я просто видел их. У меня сейчас заказчик думает над договором. И за 1,5 миллиона около Симферополя мы смотрели. Я не знаю насчет качества этих участков, но я готов с этим заказчиком был за 1,5 миллиона выйти на договор. То есть, потому что, значит, я увидел больше 20-30 участков, и, значит, 1, 2, 3 мы уже там найдем. Ну, что-то такое. А дальше уже будет нравится, не нравится, люблю, не люблю, хочу, не хочу. Но когда мы идем по низу рынка, я всегда заказчикам объясняю, что если идем по низу рынка, то берем то, что устраивает все по документам, потому что сын, он прям в микрофон говорит, поэтому аккуратно. Все. Сынок, тебя все слышат, поэтому аккуратно. Не тряси стол, отойди от стола. Вот иди сюда вот лучше, к маме. Тебе скучно? Соф спит, что ли, уже? Нет. А что ты хочешь? Чего хотел? Кушать? Да. Ну, да? Будешь? Давай. Тарелку неси. Кстати, кто вдруг не в курсе, смотрите, что здесь стоит. Может, я ему кашу там? Кто вдруг не в курсе, мы празднуем сегодня 2-летие нашего покупки нами дома в Крыму.
Ну, вдруг кто-то не в курсе. Да зачем ему каша, когда ему надо... Сама кашу ешь. Ага, кушать. Кашу. Зайчка. Вон, да, вон он, да, каша несет. Давай сюда, давайте, да. Да, Каня, кашу, ага, мамочка. Ну, дай мне тоже, чтобы я тоже буду жевать. Не толкайся. Нет, иди туда. Ты идешь туда кушать. Потому что я не могу на вас смотреть, когда вы кушаете. Ну, я-то в кадре, можно будет? Нет, нельзя. Тогда я тоже ушел. Иди. Можешь потерпеть, скоро, я думаю, стрим закончится, потому что уже потихонечку. Я хочу мячик. Мячик? Давай, дороги. Мячик. Сейчас, мячик ребенку. Ты вот такую хочешь я. Бам. И такую тоже возьму. И такую тоже возьму. Это торт. Смотрите, какая красота. Медоборовский. Шикарные торты. Да. Рекомендую. Все, шагай. Так. Фирменные крымские. Задавайте ваши вопросы. Кто вдруг подключился не с самого начала? Это что, самый низ уже? Да, примерно 16-й минуты. Ну, потому что в записи это будет. Примерно 16-й минуты я говорил про то, как мы переехали. Говорил много, нудно. Вот, но вообще реально очень много говорил про то, как мы занимались сельским хозяйством, как вот про нашу мечту, как она зародилась, как вот это все. То есть, кто смотрит, кто не видел этого, посмотрите все в записи. 16 минуты. До 16 минуты мы ели тортик, разговаривали. Да. Вообще, сегодняшний стрим шикарнейший. Огромное спасибо вам за ваши вопросы, за ваше присутствие, за ваши поздравления. Все просто офигительно, реально классно. Тортик, кстати, вот она молодец, она купила очень хороший торт. Вот так. Так что, Натали, по поводу участков, я всем еще раз говорю, если у вас прямо сейчас есть деньги, приходите на договор. Вот прям берете, приходите на договор. Мне, ну, под любым моим роликом есть опросник, заполняйте опросник. Комментарии заполняйте там как можно подробнее в этом опроснике. И мы с вами сразу же выходим на договор. Только единственное, что огромная просьба. Если вы сейчас не покупаете, а там в сентябре, или там в августе, или в мае, сейчас не надо заполнять опросник. Опросник надо заполнять только в тот момент, в ту секунду, когда вы будете выходить. Оставь, пожалуйста, это оставь, не трогай его. Прям как стоял. Что ты делаешь? Оставь, как было. Чего? А что ты? Да. Поздно уже-то. Я тебе говорю, ты не делал лишнее телодвижение. Вот зачем? Я тебя заставлю. Тут я тебе канал открою все-таки на Ютубе. Я посмотрю, как ты будешь выдерживать просто ролики. А тут прямой эфир идет. Да, кстати, это вот болтать в прямом эфире, это не так просто. Ох, как непросто. Это к тем, кто нас... Вот она меня сбила только что. Вот сбил. Потому что вот, ну, вот женщина же. Спасибо большое, только Ньюбека. Хочется в селе. Сложный вопрос. Я говорю, все будет зависеть от ваших денег. Приходите, поговорим. Если у вас сейчас есть. Если сейчас нет, ну тогда ждем. Ну. Так, Наталья, такая у вас хорошая атмосфера. Дом. Спасибо вам огромное. Мы стараемся. Мы реально стараемся. Я пытаюсь, и сейчас даже вот пытаюсь, когда вот со всеми своими бизнесами. Новые тут продумывают бизнесы, все. Я пытаюсь найти такую форму, чтобы как можно больше быть дома. Потому что я понимаю, что домашним тоже надо иногда дать пожить. Но для этого у меня с апреля месяца будет, если мы отсюда все-таки не переедем, у меня будет, я кошек выселю, и у меня там будет двухкомнатная студия. Ура! Но у меня будет там кабинет, студия, то есть я буду туда уходить и целый день там проводить. Потому что я хочу канализацию туда провести, там все. Там жить будешь? Да. Здорово. Там хорошо. Там только потолок низковат. Тогда у меня этот дом остается в летней кухне. Ура. Я же хотела... Что за тортик, бисквиты? Это какое-то птичье молоко, типа. Но это не совсем... я хотела посмотреть. Это не совсем птичье молоко. Это какое-то непонятное. Сейчас я скажу. Медоборовский. Да, какая-то фигня, в общем. На, читай. Искушение. Врут, в общем, как всегда. Торт искушение, птичье молоко. Лариса, вы молодцы, очень приятно. Вас слушайте, видите. Спасибо огромное. Спасибо. Наталья Медоборова, бананово-карамельный десерт. Никогда не забуду, нигде на материке не нашла ничего подобного. Хоть и та еще гурман-сладкоежка. Надо попробовать. Ладно, попробуем. Спасибо. Алексей, у вас какой возраст детям?
как им там нравится. Ну, вообще, если в общем про детей говорить, нет, давай, да, старшенькому позавчера 29 исполнилось. А так, Всеволоду 4, Софи 13. Они балдеют, тащат. Ну, мелкий-то ему что, ему вообще все равно. А Софа, знаете, на удивление, я думал, будет все-таки какой-то вот, ну, сопротивление, потому что переезд из Казани. Было сначала, а потом, когда она увидела море, когда она увидела, что на море можно ездить, ну, когда хочется, по большому счету, ну, по крайней мере, когда хочется папе. Вот, ну, или хотя бы может папе. Вот, то есть можно ездить. Когда она тут поездила в... Как, в общем, там вот пожили они около Черного моря летом, там туда-сюда. То есть когда она на море уже не... Она уже не считала. Вот. В санаториях с лечением. Когда она уже не считает количество, сколько она раз была на море, то есть у нее все хорошо, у нее все замечательно. Все нормально. Она в Семилезе отдохнула. Она к Крыму относится очень замечательно. То есть, вот, ну, а все вот, ну, просто пока еще. Что ему еще? 4 года. Ну, снег они увидели в этом году в Казани. Это да. Вау, ужас какой. Можно узнать, где учиться на психолога. Наберите, я увидел просто рекламу, прошелся по рекламе, потом все понравилось, да и сейчас нравится. Смарт. Это и есть смарт. Нормально? Хорошая контора. Напишите мне на WhatsApp, может быть, я попробую что-нибудь сделать вам подешевле. Там, через своего менеджера. Ну, кто меня там курирует. Вот, спрошу, может, какая-то там есть возможность, когда я приглашаю, может, там для вас есть какие-то скидки. Потому что, ну, там, ну, по чесноку дорого. То есть там по чесноку, там что-то 300-400 тысяч стоит курс. Но зато это диплом, официальный государственный диплом, то есть вы можете работать официально, то есть и на предприятиях, и в школах. То есть вы можете как практикующий психолог работать. Там, и там еще направление детская психология, направление, там много всего. Ну, вот основа это вот практически психолог, от него уже, вот, отучившись на него, уже надо дальше идти. Я сейчас параллельно хочу, все-таки вот сейчас у нас вот основа закончится, прямо вот основа основ. А вот то, что, слава богу, мы прошли тут анатомию головного мозга, мы прошли, слава богу, ужас просто. Сейчас второй пройдем. Вот. Ну, сейчас вот третий этап проходим до психологической школы России. Мировые России, вот это все, то есть Фрейды, вот это все, вот это вот. Когда это все пройдем, ну, вот, после этого я хочу пойти вот, коучинг, то есть бизнес, психология, коучинг. Ну, естественно, практическую психологию довести до конца, потому что это правильно, это основа основ. Вот. Фанилия. А меня рисовать не пустил учиться. Ну, еще не пустил, подожди. Не пустил. Там дорого. Ты 30 тысяч чем-то там захотел. Это же за баловство-то. Наиля, расскажите, пожалуйста, какое ваше любимое место в Крыму? Может, есть какая-то мечта, куда бы вы переехали? Район, город Крыма? Хороший вопрос. Я его ждала. Вот куда муж скажет, туда и переезжаем. Все. Где муж, там и любимое место. Да, муж? Ну, конечно, а что нет? Нет, я же всегда тебя спрашиваю. Я же... Зачем? Конечно, где муж, там и любимое место. Вот сейчас у меня вот эта кухня, мое любимое место. Смотрите, как мы когда переезжали в Крым, вот у меня, ну, вот кто с самого начала стрима сейчас, да, кто знает всю нашу историю, когда мы переезжали в Крым, я мог сюда переехать в трусах. Лишь бы вот они на мне были, все остальное мне плевать было. Как-нибудь, чего-нибудь, Бог поможет, и вот свинья не съест, все будет хорошо, и все будет замечательно. Реально, мы там оставили, в том доме, мы оставили настолько много всего, инструментов и вот всего. Я все перевезла. Я не жалею нифига вообще, вот абсолютно ни о чем. Почему? Потому что попасть в Крым, тем более, ну давайте честно говорить, основные мои зрители примерно моего возраста, плюс-минус 10 лет, да? Вот. Ну, мне 49, то надо понимать, то есть, ну, уже как-то уже, к сожалению, нам не 25 и даже не 30, к сожалению. А то в том возрасте прикольно развлекаться. Нам уже надо понимать, что у нас осталось вот этой вот активной жизни, деятельности, там, ну, 10, ну, 20 лет может быть. Ну, а дальше все-таки физиология возьмет свое, никуда мы не денемся. У меня уже зрители знают, да. Кстати, кто-то мне написал в комментарии, инжир, мне написали по-английски, прям, муа, спасибо вам большое. Вот прям, муа, муа. Теперь, когда я снимаю вот инжир,
Понимаешь, помните, у меня всегда вылетало с башки. Просто вылетало и все. Вот, вот, ну, вылетало, блин. Я вспоминал фиговое дерево, смоковница, что угодно, и жир вылетает с башки. А они просто написали in по-английски, жир по-русски. Все, у меня теперь включилось, все нормально. Я вспоминаю in, жир. In, жир, же это твою мать. А что это растет? Я к тому, что физиологию не обманешь, все равно так или иначе будет. Это одна из причин, почему я всю жизнь учусь. Я стараюсь учиться всю жизнь, много чему интересному, всякому разному, всегда. И я параллельно, я не занимаюсь чем-то одним, я занимаюсь сразу нескольким чего-нибудь, потому что я хочу немножко все-таки вот то, что будет происходить в нашей возрастной, немножко вот отдалить. Это все к чему? Потому что если вот когда мы собирались в Крым, ты даже не сказал, понимаешь? Ну, потому что, я же говорю, там был, мы ровно 6 месяцев прошло с момента, как я заикнулся и как мы купили здесь дом. Кажется, это быстро. Это ни хрена не быстро, это очень долго. Когда ты понимаешь, что ты не можешь это купить, просто не можешь. Реально не можешь. До последнего мы в декабре еще не знали, что мы купим. На что купим. Мы даже там числа до 10, до 15, ну, до 15, пока нам Тинькофф не подтвердил кредит, мы не знали, что мы сюда приедем. А все, нам повезло, потому что был Новый год с елочкой. Ну да, там, я говорю, я же письмо зачитывал, там было весело. Вы удивитесь, если, как, не если, а когда я вам буду 30, там, как день 30, 31 декабря этого года зачитывать этого года свои письма. Да, вы удивитесь, что произойдет за этот год. Я думаю, что да. Я сидела в поезде и набирала в Телеграме. У меня не было ни ручки с собой, ни листа бумаги. Я Новый год с детьми отметила в поезде. Я писала в Телеграме письма Деду Морозу. Я просто к чему все? Я к тому, что в Крым надо переехать. Если у вас есть такая мечта, а когда ее еще осуществить? В 70 лет? Не, я согласен, что в 70 лет мы тоже с вами будем такие активные, все, но машину водить в 70 лет уже тяжело. Реально тяжело. Я знаю очень мало количества людей, которые могут себе позволить водить машину в 70 лет. Потому что это просто опасно. А раз машину тяжело, то уже все. Ты уже привязан. Физическая активность уже немножко не та. Мозговая активность уже не та. И вот ты это понимаешь. И хочется уже в этом возрасте уже знать Крым, уже по нему поездить хорошо. Вот, и уже вот здесь уже ориентироваться. Почему? Потому что я и сейчас бываю, вот и в Краснодарском крае, сейчас я в Краснодарском крае буду часто ездить, потому что там у меня сейчас много единомышленников появилось после моей учебы. Ну, они просто самые близкие, которые есть. Тут есть крымские ребята, и вот Краснодарский край. Я съездил, вот сейчас очень много пообщался в Ростове, я и Москва, то есть 50, и я вижу, что Крым очень классное место, даже географически, вот по климату. Здесь нет такой дикой жары, как в Краснодарском крае, как в Волгоградских степях. Вот такой дикой жары здесь нет. Кто бы там что ни говорил. Тяжелый. Но я из всего, я же вам всегда хвастаюсь, когда там большие температуры, я хвастаюсь. Только вот в 23-м году самое высокое, что я увидел у себя на приборной панели, это был как раз, кстати, северо-запад, 39,5 градусов. Это максимальное количество температуры, которое я в прошлом году, в 23-м году увидел. По минусам в этом году я увидел 14 градусов. В прошлом году я не видел, но по прогнозу погоды ночью было минус 15. В прошлом году, то есть когда в 2022 году, я же 9 февраля здесь живу, было минус 8, самая морозная ночь. Все. В этом году я думаю, что морозные ночи закончились. Будут там, минус 2. Вот сейчас вот сегодня там минус 2. Минус 14, это буквально несколько часов там. Но у нас было, да. Ну, вы помните мой ролик, где я стоял, такой, вау, круто. Он, кстати, он по просмотрам очень хорошо зашел. Всем все. Это ты в шкурке своей? Да. Это было ужасно. Так, смотрим, что у нас. Так. Так, ну да, куда ты переедешь? Так, Ярослав, Елена пишет. Ярослав и Наиля, поздравляю вас, вы лучше, пускай ваши мечты продолжают сбываться. Спасибо огромное. Спасибо. Они потихонечку, чего и мы вам желаем. Мы пытаемся показать вам, что это возможно. Да, это возможно любому человеку. Да, мы в свое время, в своей жизни с Наилей, причем в разных абсолютно направлениях, мы видели и хороший достаток, и очень, мягко сказать, нищету. Всяко было.
И не вместе. И у меня детство было веселое, у меня детство было другое. У меня был 90-е годы очень интересные бизнесы, когда я там наличку мешками таскал. Всяко было в жизни. А мы сидели на три должности. Когда я... 98-й год, первый половина года, я каждый вечер ходил в казино. Молчи, не беси меня. Потом было резкое падение. Я ровно через год курил приму. На три раза ее раскуривал с ножницами. Вот это был вообще прикол. Вот всякое в жизни бывало. Но всегда, всегда я вот желаю и себе, и вам, что надо видеть цель какую-то глобальную. Не деньги. Ни в коем случае не думайте заработать денег. Не надо. Никогда. Никогда цель не ставьте заработать денег. Всегда поставьте какую-то материальную цель. То есть у вас должно быть заработать. То есть переехать в Крым, купить сразу же, когда вы переезжаете в Крым, придумайте себе, вот именно в голове просто придумайте, какой дом вы себе видите. Только не надо лишковать, потому что если вы себе ласточкой на гнездо обрисуете, ну, это будет просто тумач и все. То есть вы, ну, в лучшем случае ничего не добьетесь. В худшем случае можно дойти до сумасшествия. Я абсолютно серьезно говорю, потому что вот постановками целей я очень давно развлекаюсь, и оно работает. Она не работает, когда ты ставишь денежно, в деньгах цель. Даже если положить вот мешок денег, то есть вот у меня бывает, я себе несколько лет, в те времена, когда это было для меня доступно, ну, относительно, по крайней мере, я мог такие цели ставить, я хотел себе миллион долларов на вот перед собой увидеть. Просто. Но так как это просто так, оно мне не случилось. Оно было в разных вариациях, но вот чтобы вот перед собой положить миллион долларов, долларами, увы, я... Еще все впереди, но опять-таки у меня нет цели, и вам настоятельно рекомендую, вот вы сейчас заикнулись, просто мы сегодня об этом разговариваем с вами. Когда у вас цель, обрисуйте дом. Какой вы хотите дом? Для нас было. Нам нужно было дом, как минимум, с двумя комнатами. Получилось одна с полутора комнатами. Ну, пока у детей есть отдельная комната. Ну, правда, пока комната одна на двоих. Я очень хотел дом «Заходи, живи». То, чтобы там был унитаз, чтобы там была кухня. Ну, вообще, чтобы вот пусть скромно, но вот заходи, живи. Мы получили шикарнейший дом. Вот. Я очень хотел, чтобы не было соседей, либо они были далеко, потому что мои собаки, чтобы им не мешали, это очень важно. Да, соседи. Ну, вот кто смотрел стрим от 31 числа, я опять зачитывал. Или позапрошлогодний, 22 года. 30-го, кажется, у нас вышел ролик прямо на канале, можете его найти, где опять то же самое письмо зачитывал, по которому вот здесь все произошло. Просто визуализируйте себе. Это не какие-то там... Это работает, действительно работает, только в это надо верить. И визуализируйте не деньги, а свою мечту. Вот просто как вы это видите? Вот дом, если вы мечтаете переехать, мечтаете купить машину, сходите в салон. Именно в салон, живьем посмотрите, пусть бэушную машину, новую, неважно. Придите посмотреть. Но опять-таки, если у вас зарплата 40 тысяч рублей, вы хотите машину за 80 миллионов, ну, немножко такая цель. При зарплате 40 тысяч, там 50, я бы ставил цель машину там до 2 миллионов, там, до полутора миллионов. Да, реально, кстати. Но. Там в кредит, понятно, там, может, и не в кредит. Ну, полтора миллиона не так сложно заработать, если так по-честному говорить, не так сложно. Вот, то есть вы вот сходите, посмотрите дом, визуализируйте. Прямо вот, чтобы вы видели и представляли себе в голове, как выглядят кнопочки на руле. И вот просто вот замечтайте об этом. Ну, у меня это работает. Ну, реально работает. Так, что-то я не туда пошел. Это для другого канала. Это для Ярослав Фролов и Изи Труи. Да. Так, сейчас давайте напишите, что я опять Блиновская. Я уже готов к этому. Ярослав, так, Макс, Ярослав, после эфира иду заполнять опросник, мечта переехать в Крым, тянется с 17-го туса. Если есть сейчас деньги, реально, заполняйте опросник и готовьтесь выйти на сделку в течение, ну, максимально месяца. Ну, в зависимости, какой у вас бюджет. Если бюджет большой, там 20, 50, 100 миллионов, то месяца 3. А если бюджет такой вот прям такой, то в течение 2-3 недель выход на сделку. И мы выйдем на сделку, сделаем все красиво, причем не обязательно вам сюда приезжать, если это будет, например, участок.
Очень, очень мало кто из заказчиков приезжает сюда из участка. Даже дома-то сейчас покупают. Кстати, да, есть вот, вот сейчас опять у нас идет заказчик. Только Ярослав, мы не сможем вырваться в Крым в ближайший год, полтора, может даже два. Мы просто мы физически не можем вырваться сюда. Там вот из работы, денег жалко. Ну, вот, ну, но не из-за работы, да. Но говорит, через два года, там, через год-два мы сюда, мы в Крым переезжаем, и все. И мы искали дом именно такой. И там бюджет ниже рынка. Там вообще, там все задница была. Бюджет. Я хочу говорю, за 800 тысяч можно купить дом в Крыму. Можно, даже заходи, живи. Ну, понятно, что за 800 тысяч заходи, живи. Но можно купить. Можно. Это прикол. Вот. Но мы нашли такой дом, который стоял лет 10. И он еще простоит два точно до их приезда, он будет в том же самом виде. Она будет вложить что сегодня, что через два года одинаковые деньги в него. Все нормально. Они это понимают, все знают, мы с ними все это проговорили. Все. Могу вам открыть большой секрет. Стоимость недвижимости в Крыму опережает со значительными плюсами стоимость подорожания стройматериалов. Стройматериалы за два года подорожали вот настолько. Ну там сколько? Ну процентов на 30, на 50. Недвижка здесь подорожала в 5 раз. Там, в 3 раза, в 5 раз, вот так вот. А стоимость стройматериалов подорожала там на, от 20 до 50%. Да. Это я даже не знаю, какие стройматериалы на 50 раз. Какие? Металл. Он в 2 раза подорожал. Хотя я не знаю, сколько сейчас металл. Кто не знает, сколько сейчас тонн металла стоит, друзья? В Крыму. Да нет, неважно где. В Крыму, кстати, в Крыму иногда металл стоит дешевле, чем на материке. Я его покупал 72 тысячи за тонну, что ли. Но это было как раз вот СВО только началось. Мне же надо было все равно строить. Я же из металла строил. У меня же тут три машины приехало. Я тут тоннами закупал металл. Я же говорю, кто купит этот дом, если не нужны вольеры, их можно просто срезать и сдать на металлолом. Заработать на это. Но там хорошие трубы. А, из этих труб можно будет хорошенько их обработать и забор поставить. Так. Отправляйте вашу дочку к нам в Артек на отдых. Ей понравится. Да она мечтает туда. У нас пока... Только она ничего для этого не сделала. Во-первых, мы хотим, чтобы она туда попала официально. Она очень активная, она очень там с грамотами всякими этими. Но есть нюансы. Она еще и разгильдейка. Вот. Все в нас, да. Она не слышит, слава богу. Вот. То есть она реально активная, она выступает везде. Она прям везде, в каждой художественной самодеятельности бочка-затычка. А вот как учеба, как вот поведение. Я там... не в учебе дело, а грамот у нее много, но она не, не хочет. Ну и плюс, я честно, хочу, у вас в Артек, ну, в этом году мы что-то по деньгам не потянули летом, да, что-то, или что-то не было у нас. Там что-то 100 или с лишним тысяч стоит путевка. Как-то что-то мы... 15 лет? Что-то мы как-то это... Что-то у нас что-то там не сложилось. Вот. Но есть такая мечта. То есть я думаю, на следующий год она туда, наверное, съездит. Потому что в Артек надо съездить. Я дурак. Был такой момент в 90-м году. Не, тут, конечно, не с Артеком связан немножко. Но в 90-м году я же был в городском комсомольском штабе города Казань. Ну, то есть это фактически республиканский, то есть у нас подчинение было обком комсомола, тогда еще он существовал. И вот в 90-м году, с 89-го на 90-й, нет, с 90-го на 91-й, нет, рука 90 назывался. Значит, это был 90-й год, январь 90-го года. У нас во время каникул проходила республиканская учеба комсомольского актива Республики Татарстан. И тогда у нас... А, тогда еще Татарская ССР. И в общем, на все вот это вот, среди всех комсомольцев, там же вот это, помните, это же перестройка, вот эти выборы, вот это все. И там надо было одного человека избрать в Орленок. Комсомольский лагерь, всесоюзный, все. Ну, естественно, там, в общем, голосование всей вот этой... Там человек, наверное, 300 был. Вот, естественно, выборы выиграл я. Вот самый шумный, самый наглый. Но в последний момент я пришел в обком комсомола и отказался от этой путевки. И вот полжизни жалел об этом, потому что, ну, я не получил для себя вообще опыта. Ну, я почему отказался? Я, честно говоря, я вот, вы же меня смотрите, я же такой смелый, такой ух, такой вах, такой ух. А я испугался, потому что я никогда в жизни не был в лагерях.
Меня просто Господь миловал. Родителям спасибо. Брата у меня засовывали во все. Вот старший брат, его засовывали в лагеря каждое лето, еще и по две смены, лишь бы... А я нет, меня отправляли к бабушке, но в лагерях я не был. Я из-за этого, честно говоря, вот вздрыхнул и не поехал в Орленок. А вот я отказался, но меня абсолютно сумасшедший. Ну, там... Классная. Девочку из нашего же этого отряда туда отправили, из нашего штаба. Вот. А так бы я, да, где-то в Новороссийске, что ли, где-то там. Нет, нет, он вот между Туапсе и Лазаревским, ну, вот, получается. Вот, да. Мы, кстати, там тоже были. Мы тоже там, мы были как раз вот в 2003 году, и нас этот Intel, как журналистов, скатал в августе 26 августа мы были в Артеке, а 3 октября мы были... Черноморское побережье, Северного Кавказа. Вот, а вот в первых числах октября вот нас также Intel свозил тогда вот всех журналистов, айтишников в 2003 году в Орленок. Поэтому Орленок я тоже был. Но было вот так вот. Орленок по своей крутости. Тот, я как раз в 2003 году пить бросил. Да-да, я 20 лет не пью. И вот представляете, Боинг летит в Артек, 156 журналистов, 155 журналистов пьяные, а я единственный трезвый. Да, единственный трезвый. Орленок, он всероссийского, наверное, значения. Нет, он был всесоюзный, но он же был комсомольский. Это комсомольский, а там пионерский, это разные вещи. Потому что Артек это прям Артек, он международного. И там тоже, но там комсомольский. Просто комсомол же это немножко другое. Так, как вы возрастите, как дела со школами? Ну вот, да, вот. Нормально все. Со школами все хорошо, все замечательно. Так, друзья, ну что, все, кто на эфире есть, был, огромное вам спасибо. Кто смотрит в записи, обязательно, я вас ставлю это в записи, обязательно прокомментируйте, обязательно оставьте комментарий. Кто смотрит в записи, обязательно поставьте лайк. Кто смотрит на эфире, поставьте лайк прямо сейчас. Очень надо. Надо. Это мне приятно. Да и не только мне, это уже и для нашего вот, развития канала. Я же блогер. Хотели блогера? Получайте. Вот. Кто хочет поддержать меня с точки зрения блогерства и поучаствовать в покупке этого аудиосистемы, ну, вот, микрофонов. Там есть классные, очень хорошие микрофоны, на которые все блогеры с ними ходят. Но это, зараза, оказывается, стоит 35 тысяч. Поэтому я вам предлагаю поучаствовать в них. Я это немножко подожду, пока мы набрали 4100 рублей. Если, ну, то есть, сколько бы мы ни... Если наберем больше 35, больше, все, что мы наберем больше микрофонов, я просто перечислю в гуманитарный фронт Крыма. К Анастасии. Классные ребята. То есть, я им периодически помогаю. Денежкой в том числе. Если наберем меньше, я просто добавлю свои, и мы в любом случае это купим. Поэтому тут можете не переживать. В любом случае там эти микрофоны будут. Но в первую очередь микрофон нужны вам. Потому что вам нужен хороший звук. Потому что это, ну, приятно, когда вот действительно хороший звук. Я еще так я начал писаться на ноут. Я, может быть, себе сделаю сюда такой большой микрофон. Такой, ну, видите, да, как подкасты пишут. Такой, что там вообще звук будет класс. Говорит, тебе не важно. Не понимаю. Так, удачи вам, ребята, вы классные. Спасибо большое, Никита. Да, Никита правильно прочитал. Никитка, супер. Файн, Наталья Ярослав, спасибо вам за эфир. С удовольствием всегда вас смотрю и много полезной информации. Спасибо, что щедро делитесь с нами. Искренне правдиво. А куда деваться-то? Наша задача, понимаете, какая штука? А, всех денег не заработаешь. Б, вообще смысла нет зарабатывать деньги неприятными способами. Вот. Спасибо вам огромное, всем моим заказчикам. Вы платите мне за получение офигеннейшего удовольствия, что вы оплачиваете мне поездки по Крыму. Это прям моя мечта. Вы оплачиваете мое хобби. Я очень люблю ездить на машине за рулем. Прям вот балдею от этого. Я накатываю сотни километров по Крыму. Это вообще обалденно. И плюс вы мне оплачиваете ремонт и содержание хороших машин. Стареньких, но мерседесов. Спасибо вам за это огромное. Ну, а я вам мщу добром, как только могу. По крайней мере, ну, вот все мои заказчики это знают. Вот, поэтому я нашел себе работу просто идеальную. По поводу заработка это уже не важно, а вот самое главное, что она мне доставляет массу удовольствия. Если грамотно, ну, легко попасть в лагерь через пионер... Да, но там есть нюансы по поводу роликов. Все, огромное вам спасибо, что пришли. Пусть у вас все будет хорошо. Так, завтра ролика не будет. Я его сегодня не отснял.
потому что готовился к стриму. Я считаю, что на завтра будет вот этот стрим. Кто его не посмотрел, посмотрит. Хотя, я так понял, у нас сегодня очень много людей пришло. Если только у нас 112 лайков, это, наверное, человек 500-700 его только посмотрело. Сейчас, когда закончу трансляцию, я это увижу. Вот. Спасибо вам, что пришли. Всего наилучшего. Мечты должны... Да, и не забываем, в субботу у нас все равно стрим. Суббота в 9 утра. Но там, я так понимаю, будет всего лишь часовой.